Так, не знаю, что там на лайфенге проходит сейчас. Гидра Тайма одолела Лайф с Бьяном. Играет Супер Иосону, кстати. Вот это я вообще без понятия, какая у нас там ситуация. Может, все и не одновременно совсем идет, конечно, там. Все, Twitch поднимается, великолепно, великолепно. Я не вижу, пока что все сидят здесь. Хотя Варди в какой-то игре вроде присутствует. Да, Бьяна Лайф он стримит. Супер Асуну пока результат тоже почему-то не внесен. А, Гуми Хуксивая уже минуснул. Сеточку вам скину сейчас. Так, ребят, стрим идет, отпишите, как идет там, потому что что-то я не понял, у кого-то что-то не идет, как будто бы, да? Так, ну отлично, что стрим идет. Спасибо за информацию. Можно чуть-чуть в Варди перестримить тогда, наверное, все-таки. Бьяна Лайф у нас тут бьются, я смотрю. Ситуация вообще одинак почти в игре в данный момент. Так, Лайф расконтролил, но не без потерь, не без потерь. Plus one weapons will be in the game sooner from Alive, but he'll be without combat shields while that happens. And then when plus one attack kicks in from Bjorn, he'll also have plus one armor. So then Bjorn will take a bit of an upgrade lead. So both players with
advantages at different times of the game right here. Neither player with an advantage just yet, but the first advantage by kicking from alive. I don't know if it's actually an advantage though, having plus one. But not having combat shield, because combat shield is fights, and I actually don't know which is more important to have, plus one on combat. Двойной дропчик от Бьянчика. Кажется, Бьянта здесь проиграть может вообще, если вот сейчас не нашатает он. Хотя, с другой стороны, у него 1-1 и армори, и ну, третья цешка-то у Бьяна сверхпоздняя, правда. А у Лайва уже третья добывается, уже плюс один есть. Три викинга находят, медиваки, Бьян, быстрее надо бустить их, залетать. Быстрее бустит, залетает. Ну, викинги надо на муве дропаться-то, ё-моё, как так без мува дропается Бьян? Танки сбоку прилетают, викинг пытается минуснуть, одного заминусовал, ну а дальше-то что? Дальше ничего. Дропает с под викингом в несколько мариками вниз туда. Но не стимпачит почему-то Бьян их без стима. Ну, без стима не убил викингов. В это время выход пошел в лоб. Щебьян пытается на мультитаске здесь оппонента развести. Не знаю, как бы получится или нет здесь что-либо сделать. Не уверен. Ну, вроде так заходит достаточно быстро Бьяны. У него 2-2 вроде как грейды начнутся. Марики перестимпачены, правда, очень жестко у Бьяна сейчас. Очень жестко перестимпачены. Сливает все танки свои. Ну, вроде как... Нет, не сливает, но забирает один танк. Сливает всю био. Танки как раз-таки втроем выжили, но очень быстро контрдроп идет от Элайва, и он пробревает. Правда, один танк сам потерял. В это время дропщик был на вторую. Как супер сыграл, я не знаю, сейчас Battle.net посмотрю, я не знаю, Асону с супером играл. Два-два Бьян. Здесь вторая атака раньше, опять же, ну армор второй не заказан. Ну, по грейдам более-менее вровень идут. Единственное, у Лайва там первая атака делается вот на технику. Пошел второй армор. Так, здесь те марики, которые викингов не сбили в дропчике, пробили уже камни просто Лайву. Он на это никак не отреагировал. Бьян врывается пятью мариками просто на ХГ. Ну и там несколько разменялся просто с мариками оппонента. В это время дроп мариков на мейн заходит. А Элайв делает выход в лоб. Бьян видит прекрасно этот выход. Танки засиджил, мариков засиджил. Здесь принимает бой. На мейн по намуве-то побежал. Вот на муве разваливает. Марики лабу свою же атаковали. Какой-то бред сейчас сделал Элайв, честно говоря. Бьян отступает мешка назад. Бой принимает неплохо. Вроде как по боевому лимиту уже в плюсе. Передроп на вторую пошел сюда, но... Так, ну под танком тут чуть не отдался Бьян под Элайвовским. Элайв пытается дальше давить, Бьян с КСМ-ками идет вперед. Марики со всех сторон просто налетают. Надо сплетануть хоть элементарно мариков. Блин. Ну, Бьян не особо тут ничего не сплитит, но смотрю, неплохо вроде как дерется все равно. Хотя не Элайв плюс здесь разменялся, Бьян потерял рабов много еще сейчас. 2-2 в 2-2, у Элайва будет атака на технику, у Бьяна она отсутствует, к сожалению. Сейчас, правда, 2-2 в 2-1 будет в пользу Бьяна био, как бы, некоторое время. Ну, вот здесь вот Бьян не доконтролил дроп, если бы он пошел к факте и танк бы выбил, ну, там нереально такие моменты законтролить, тогда да. А здесь за месяц, считаю, группа мариков, вот эта, которая первая подходила в последнем, она должна была не на клике вот тут драться, а сразу вот сюда к танкам всеми мариками проходить надо было. Причем как всеми? Несколько мариков, 2-3 вперед отдельно послать на муви просто, бежать даже не стрелять как бы, а остальными на муви подойти. Конечно, с другой стороны, Лайв сам бы мог бы фокуснуть, например, бы попытаться, но... Не уверен я, что это получилось. На 30 лимита больше Лайва, на 10 рабочих и боевого. На 20-ку я буду Battle.net проверять, вдруг там какие-нибудь игры будут создаваться сейчас. Doing good today. This is the Leifen Cup playoffs here in the first match of the day here today.
which is going to be Beyond vs. Alive. Super она идти не могут. Portions of the bracket we have Gummiho, Hydra, Super, and a few Chinese players. And it's going to be a good day. Double elimination bracket, best of three, so lots of games coming up. It's going to be a good one, as you see right now. Alive is taking the lead in game number three of this series. He's stimming into the national expansion round third base right now. A couple of SCVs. Having a look to see what he can get up to. He's going to stim forward. He's looking at the rest of that, so he wins this fight over here. What else is going on? Time to medivacs moving forward. Marine's going to be underneath here from Alive as well. Так, ну тут 129-149, вообще-то Бьян по-боевому поближе сейчас стал. Но все, 3-3 раньше, все раньше, короче, там меня инвайтят куда-то. А вот и Супер, сейчас я осуну против Супера ПВЗ будем смотреть, будет круто. They do unload at a safe distance, so we are not going to see those Marines continue to come in. However, look at this. Are you going to see a bit of a base trade? Because Bjorn is still sat out on the map. He's going to move forward. Сетку, ребят, я вручную вам буду кидать. На Твиче у меня там ничего не настроено. Приходит Alive к Бьяну, мейн пытается зашатать. Здесь КСМ что-то ездит. Ну, очень четко. Alive дропнулся в это время. Бьян сам к Alive приходит. Масс, Марики, здесь танки на ХГ заходят. Хорошо заходит, кстати, Бьян здесь, я вам скажу. И у него хороший боевой лимит здесь. У Бьяна-то мейн сейл, а у Лайва-то мейн падает. Бьян умудряется даже из этой ситуации выкрутиться таким образом, что плюс выводит ситуацию для себя. Вот это да. Я к Ясону Супер стараюсь успеть. Ну и все, для Бьяна это победа практически. И Лайв, конечно, заходит сюда. Ну, у Лайва весь продакшн уничтожен. У Бьяна-то он уже там стоит био. Усман не слабый. И сюда он уже боевого уменьшил лимита. Бьян там ЦЦшки выбивает спокойно абсолютно. Мейн упал весь полностью. Заходит Alive на мейн, мариками не прикрывает здесь. Только танки у Alive остаются, все. Бьяна мастбил, но Бьяну нужно, чтобы 3-3 доделалось сейчас обязательно. Если 3-3 не доделается, будет плохо, конечно. Так, Марики на улю заходит. Куда ты, Бьян, побежал-то? О, ё-моё. Среагировал Мариками, наконец-таки. Здесь дропщики залетают, надо дропаться прямо в танк сейчас. Дропается прямо в танк сейчас Бьян. ССЧку минусует. Танчики минусуют. КСМ-ок увёл. Так, пошел инвайт, я в игру зайду пока что, ребят. Меня сворачивал, ё-моё, сломалось. А вот, сворачивал, починил я. Ребят, прошу прощения. Звук себе вырубил. Давайте здесь досмотрим. Там я уже в игре. Все, игра начинается. Дичайший размен. Что-то много разменов в последние дни, я смотрю. У Лайва даже больше лимита осталось, что самое интересное. У Лайва танки есть, у Бьяна нет. У Лайва 3-3 и 2 атаки на технику, у Бьяна только 3-3. Пока заходил в игру, я не понял, откуда у Лайва еще мариков много взялось неожиданно. Так, Бьян Ксилнагу занимает. Ну, здесь для Бьяна тяжко будет тащить, конечно. Но у Бьяна рабочих больше, смотрите, чем у Лайва. Тут 8 мариков дроп на продакшн пошел. Пытается Бьяну улететь, понимает, что бараки поздновато прикрывать уже. Идет вперед в это время. Сканит, понимает, где Лайф находится. Так, стимпачится Бьян и забегает в ЦЦшки просто. И Лайф не реагирует пока никак. Сэшечку надо фокуснуть Бьяну, попытаться.
Ой, Бьян прогорел на фокусе ЦЦшки, какой фейл вообще, красавица, лайф. Ребята. Я в Асону против. Так, надо удалить вот это все дело, ребят. Я в Асону против супера игре сейчас нахожусь, это ПВЗ. Вчера я Асону удивил, развалив китайцев, тиранов, правда, хлам многих. Сегодня же с Проутсом он бьется с супером, но посмотрим, что из этого выйдет. Зачем ты в Clan Rock Speed на турнирах нигде не играешь? Зачем ты мне пишешь в чат по желтыми буквами, если это бред полный, как бы? Так, ребята. И белыми тоже, если бы. Короче. Я Асону против супера, смотрим. Люди собираются медленно, но верно, ребят, стрим сегодня достаточно долгий будет. Я думаю, где-то до 10 вечера он будет идти примерно. Как-то так, короче. Сегодня вот этот турнир, Starline. Завтра SGL, кстати, плей-офф будет, между прочим. Супер пытается оверов найти, одного находит. Twilight Robo, супера, гитов, две штучки у него пока. Здесь третья хаточка, рабочие строятся. Барабам, ну, естественно, Зерк отстает на такой ранней стадии. Снегу желтыми пишут. Но на снегу-то не бред. Обычно. Ну, не понимаю, как просто такое бредять. Почему я в клане RockSkiz и не играю турниры? Какая вообще разница, в каком я клане? И конкретно тебе, вот, мне хочется спросить. И почему в клане, если ты должен обязать турниры играть? Короче, ну, тяжело, тяжело. 9 роучи делает и Асуну сейчас, ребят. Без упа, без лейера пуша идет. А здесь Даршайн уже почти готов. Это крайне опасно для зерга момент. Сейчас можно минуснуться просто. Спорок нету ни одной. Если сейчас так глупо и Асуну проиграл, первая спорка пошла на мейне. Но отменяется сразу. Почему она отменяется? Черт побери. Адепты врываются на третью. Адепты не врываются на третью. Адепты на второй базе. Ну, сейчас варп Даркуфа, это ГГ будет. Зергу, ребят, почему? Ну, у него нечем отбить их просто. 4 Дарка варпится. Катастрофа для Ясону. Лейер заказ. Да какой лейер-то? Они все разрубят здесь просто. Это даже не спорка, что ты ее рубишь-то? Это плетка. Адепты пытаются ко второй зайти. Не, ну на второй спорку, да, как бы успеет построить Ясону. Но адепты уже на третьей базе минуснули хату просто. И это ГГ, естественно. Можно смело писать 1-0 супер. Здесь 5 дарков делов на мэне просто.
Дарки прикрывают ЗЛК от брудлингов, смотрите, как порубило все дичайшим образом просто. Нужно увести дарков вниз, а почему двух-то оставил, зачем? Увези всех тогда. Взял двух, зачем-то оставил здесь, супер. Вот увез, молодец. Всех увез, третий Нексу ставит, как бы. То есть, вся его задача сейчас сделать блинк, пару иммортов, можно пару архунов миксануть, и адепты здесь тоже есть. Привет, Альми. Все хорошо, все хорошо. Сегодня как раз к GSL успел, я сразу, ну, забрал дочку из садика. Первый день сегодня, плакала сильно, когда дома пришли, устала. Прям GSL минута в минуту, секунда в секунду фактически начал, ну тут ничего не поделаешь. Конечно, стресс. Бабушки пошли, и вот я работать начал в итоге стримить для вас. Ну, а вечером домой пойду. Но сегодня стрим долгий, долгий будет стрим. Я уже сказал об этом. Сегодня будет Лайфенка в 19.00. Старлайн Лига будет, не пропустите. Будет группа играть. Декас играет. Hellraiser, Джимми Микро и кто-то там еще играет. Я забыл кто. Уже, к сожалению. Так, ну 133-119. Даже в такой печальной ситуации Зерк еще более-менее по лимиту смотрит, то есть если по Асону не тупил бы, заказал бы раньше Лейер или Спорки, бы у него ситуация хорошая была в этой игре, ну а так 1-0, безусловно, здесь драмить, вот супер его, сверхэффективная. Ну вот вы видите, потеря. Почему проблема овера мутнуть? Проблема в том, что во втором Старкрафте овер не видит невидимых. А чтобы сделать оверстира, нужен лейер. И я об этом уже не раз, в общем-то, сказал. Ну что, ждем инвайт во вторую игру. А я вас всех еще раз приветствую. Конечно, дома лучше. Но если я буду дома, то стрима не будет. Но если стрима не будет, то StarCraft не посмотрим мы все. Так, Лайф с Гумиху будет биться в полуфинале в Янгузерах, там всеваем. Победитель Супер и Асону против Гидры будет биться, кстати. Если Супер победит, я туда ворвусь, буду смотреть ПВЗ еще одно.
Так, как это интересно, реально. Ну и здесь пилончик на рампе пошел. Ребят, всех еще раз я приветствую. Народу все больше и больше, но неудивительно, зовите всех сюда. Конечно, не GSL, не SOS Music, но SOS, правда, Music что-то загромил сегодня 4-1. Фактически, сказав, что, ребята, BlizzCon без меня вы рано пилите. Не надо такие, либо переносите на следующий год все эти призовые, как бы. Либо давайте, как бы, без меня, ну, не прощайтесь со мной пока. Я буду в финале. И да, СОС будет в финале, а Диир против Бьяна будут биться в пятницу. И определится оппонент СОСа. Это не литровая банка, это. Двухлитровая банка. Или полтора, она, не знаю. Ну, короче, явно больше литра. Да, Альме, ты прав, потому что, ну, связки надо, ну, влага нужна. Какой фирмы банка? Фирма Вишня, смотрите, она непростая, здесь еще вишенка, видите, такая. Ой, не вишня, это слива, слива. Видимо, здесь компот был слива, не знаю, там у мамы на балконе этих банок. Можно здесь поставить оркестр, такой пим-пим сделать. Привет всем, кто недавно подкатил, ребят. Так, вторая хата на... Третья, получается, по порядку, наверное, на второй. Вторая на третьей. Подблочил просто немножечко оппоненту базу. Вот, кстати, не видел даже супер, как здесь база была заказана. Он прекрасно понимает, что так и будет. Так, а здесь полный блок рампы. А почему полный? Я не понял. Или это не полный? Нет, это полный блок. А, ну что, блинги не пробежали, сейчас адепты выйдут. А, какой полный, ё-моё, вот же проход. Чё я, блин, несу вообще сегодня, а? Блинг заходит. Так, ну может имело смысл. Адепты уйдут сейчас с мейна. Не успели линга минуснуть, и Асуну начинает пробку бомбить. Сейчас сгрызет ведь пробку, чертяга. Нет, не сгрыз, Мазеркор прилетел. Мазеркор начинает шатать. Здесь надо бы пробочкой пильнуть сюда. Убивает одну, здесь надо отвести. Вот рабочий, ну, а, вроде никого не убил, но покаталось там несколько рабочих. Это уже, ну, зергу не то, что дикий плюс, ну, как бы, хотя бы не просто так линги, да, эти отдались. Так, я не мыслю как Magic, я вообще не говорил, что BlizzCon без соса. Не BlizzCon, это ты что-то уже сам придумал и тут напишешь. BlizzCon без СОСа — это великолепный такой же турнир, как и с ним, собственно говоря, потому что топовые игроки там. Но единственный шанс, уже давным-давно это известно, фактически, когда второй сезон GSL начинался, было понятно, что если СОС не выиграет этот GSL, то он не попадет на BlizzCon, а форма у него была провальная, просто он там сливал всем, то есть он как бы СОС на СОС был. Сос-посос и так далее, там, как хотите, как вам угодно. А сейчас просто он начал тащить. То есть, кто в него верил, тот реально царь. Потому что даже можно было поднять на ставках, приколиться перед началом второго сезона на соса сразу, на победоса. Наверняка где-нибудь есть. Так, нет, не сливку точно. От сливки, если бы это было, то это было под каких-нибудь качковой жратвы бы, наверное, бы. Пять адептов здесь, в общем-то, есть. С
4 гейта у супера, в общем-то, в этот раз он никуда не спешит, он играет в макро. Но опять будет Даршан здесь. Но в этот раз Даршан, конечно же, ну, так как в прошлой игре Дарки выиграли игру вообще сразу же, потому что Зерг был просто не готов. Даже, мне кажется, если бы сплетанул бы Дарков, мог бы вообще бы сразу бы ГГ написать там Ясону, потому что на второй базе тоже спорки просто достаточно было фокуснуть, и все. Адепты пошли вперед сейчас со стороны супера. Что бустится у нас? Бустится плюс один, бустится. Скорость таки адептам готова. Плюс два надо заказывать. Вот что единственное пока, что мне очень нравится в билде супера, так это то, что вот обычно сейчас как? У зерга там коготь уже почти готов, а просто только первую атаку заказывает. У супера, простите, уже вторая атака. То есть по грейдам он опережает оппонента сейчас явно. Если даже зерг захочет начать делать армор, то все, он уже как бы никак не опередит пропса атаку. Здесь врыв пара адептов, но 6 дронов укуснул, это более-менее неплохо. В это время призма прилетела, тут мейн подхарасил немножечко супер, сейчас будет Даршайн готов. Можно и нужно сейчас варпануть вот где-то здесь 4 дарка, к примеру. А, ну там и мортлы по 2 штуки строятся. Нет, на дарков ресурсов нету. Спорок нет, смотрите, здесь 4 дарка вот если сюда ворвались, ну конечно же без вот этого пацана, если бы, то райт-кликом можно было... Плеер, например, сбрить. Можно было бы сбрить одним дарком рабочих, тремя вообще моментально вот этот эволюшн с грейдом. То есть много-много дэмэджа нанести. Командир в чатике. Ну да, вижу, что Мишин аккаунт здесь сидит. Не знаю, сам ли Миша здесь или нет. Потому что я очень часто вижу Мишу здесь, то есть если он действительно здесь сидит, то скоро он, походу, будет вырываться на ГСЛ. Потому что столько игр он посмотрел уже, тут скиллуха должна попереть просто. На третий дарк и на второй дарк, и основ... ну вот это жадность, ну спорочку, ну по спорочке на базе, ну закажи ты, ну не будь такого. Королева сейчас, ну, ковырять сразу начнет, там линги моментально на крипе прибегут. Нет, надо без спорок вообще играть. Дарк приходит, 7 дронов минусует. На четвертую сместился еще здесь 3. 10 минусанул. Но этот-то конкретно 7 юнитов минуснул. Надо было уходить, сейчас минус дарк будет. Если бы сразу после 3 убил, он где-то уже здесь бы находился. И возможно бы даже... Не, если бы зерк видел направление, он бы догнал бы лингами. Но если бы не видел, то дарк, скорее всего, просто ушел бы. Так, здесь фаерболами чуть-чуть не сбрил призму сейчас у нас. Ясону Сосу Альме. Сейчас, погоди, твой вопрос я вижу. Здесь развитие самой игры. Адепты на второй, на третий опять же дарк. В этот раз есть уверсир. Дарк одну королеву разваливает. Кто там лагает? Так, опять я что-то... Так, пошел на лом, это дичь какая-то. Так, окружают сейчас супера, я надеюсь, не из-за моего пингадового. 91-132. Спросить бы вы, есть ли у них лаги или нет, было бы хорошо, но мне кажется, что особо... Хотя не знаю, обычно у всех лагает 68-102-4 полимета. Это провал вообще какой-то сейчас был. Блин, как меня бесит эти уже лаги, уже достали вообще просто. На Азии. Раньше никогда такого не было, вот как эти новые патчи все выше, началась какая-то мутата просто. И постоянно скачет пинг. Причем не только у меня, но у меня почему-то часто реально скачет. Там... У других тоже бывает, я видел даже на стримах, именно вот то же самое происходит. Но не так часто, как сейчас. И вот он назад уходит. Ну что вот это может быть вообще такое? Кратковременное, буквально, даже в течение минуты это падает все. Я не знаю, ребят, ну, многие писали, что такое есть как бы на Battle.net сейчас и в чатике. Ну, я уверен, что это как бы не интернет просто. Ну, блин, как это, ну, когда это Blizzard и пофиксит, или кто-нибудь пофиксит вообще, я бы загреть еще не делал. Так, сколько поколений прогеймеров я пережил. Ну, СНГшные прогеймеры как были раньше, так и сейчас, собственно, есть они все. Вот.
многие старые игроки Димага, там, с которыми я начинал фактически путь. Вот. В Корее в армию многие идут. Если не так. Максимум год живут корейские идут. Нет, ты не прав, не год, они очень долго живут, такие как Джей Донг, Флэш, ты чё, ну, как бы вообще неубиваемые. Вот. Так, Гидра и Асуну. Так, ну пойдем в лузера, за ВЗ мы вчера насмотрелись. Тайм против супера будет. Супер против тайма будем смотреть, ПВТ. Я что-то прибомбило, у меня от этого достал мне этот пинг вообще голимый, блин. Кстати, вполне возможно, никто сейчас ничего не написал, меня драпануло пару раз, но никто не жалуется. Походу, уже привыкли все к такой шляпе. Пошел инвайт, захожу, ребята.
Скучаешь по Хэппи? Ну, скучаю по... тому, по его стабильности, как бы, надеюсь, кто-то будет тащить, как он. Вот, по Лалушу. Лалуш-то клоун еще тот, как бы, ну... иногда без таких персонажей тоже скучновато. Всех лагануло, но дропает почему-то... лагает, может, всех, но дропает меня, как бы, постоянно. Вот в чем прикол, как бы. Я осунул-то, ребятки, что-то тащит. Сегодня в плей-оффе уже прошел во второй раунд. Вчера тиранов корейских зашатал не слабо. Ну что же, почти соточка на Твиче народу. За опоздание, может быть, да, за опоздание суперу одну карту минуснули, врать вам не буду. Да, супер проиграл, ребятки, я... либо я первую игру не стримил, либо супер поздно пришел, и ему уже луз в одной карте поставили. Хотя как так обычно во всем будет три ставят? Не знаю. Ну, дали шанс, может быть. Хасхиам. Я хз, короче, я хз. По поводу раз. Ну, надо брать всегда на конец, как бы, игры фактически. В Брудваре понятно, что флеш и Джейдонг за свои расы там лучшие, как бы, за все время были. Ну, что по уровню игры я сужу. А так на каждый период есть лучший игрок. То есть просто его эра проходит, и он уходит. Да? Ну, уровень-то к концу ближе больше становится. Запросов в КЗ много игроков было. Бисус, Торг. Много-много там. Джанби когда-то там в конце тащил тоже. Ну, Бису, наверное, все-таки топчик самый, как бы. Хотя он не был таким крутым, как Флэш и Джейдонг. Но во втором вообще сложно говорить. Здесь очень много крутых игроков было за все время. Тоже надо за периоды смотреть. Как бы. Либо на данный момент, либо когда-то тогда. Там Вол, Ходс, Лотф. Так, про поводу счета я сам не знаю, ребята, в чем прикол. Походу я... что-то упустил. Так что тут дело такое. Трафик огромный в Азии. Да дело не в трафике, может, там и трафик огромный в Азии, но не было такого до патча предыдущего, когда вышло... А что там вышло? Вот когда вышел новый патч, там, где баланс немножечко поменяли, и где новые последние миссии выпустили. Ну, в общем-то, хуже все стало как-то работать. На Азии, по крайней мере. Пинг начал прыгать.
Так, блинк плюс 2 гейта, 3 гейта будет у супера, призма строится. Здесь выход идет Марик и танк. Ну, кстати, сейчас многие игроки демонстрируют какой интересный очень момент, что можно контролить как блинком на призму, к примеру. И иногда... Через шип пытается заказать гейты, но не срабатывает, у него пробка уезжает сюда. Почему? Потому что шифт нормально не зажат. Он заказывает и наоборот. В итоге супер остается без гейтов, ё-мо, как у фейл. Сейчас тайм начнет кушать его. Бах, танк залп делает по сталкеру. Больно сталкеру очень. Марики что-то загружается, разгружается. Косяк контроля. Один зашел под пилон. Не надо заходить под пилон. Это было опасно. Супер что-то гейтов не добавляет. Почему гейтов не добавляет? Сейчас призма в тыл залетает. Давар, два, три сталкера в тыл. Циклон приехал. Циклон начинает шатать. Надо танком другой пилон было, видимо, бомбить сейчас. Ну, прирост тут выбивает, конечно же, суперу тайм. Так, оверчаж врублен. Так, заходит тут сталкера, и спереди тоже заходит. КСМ-ка живет. Бункеры живые, морглы строятся. Почему гейтов не добавил, понять не могу. Так, да, варп еще в тыл сталкеров пошел. То есть 4 здесь, 5, 6 на данный момент здесь сталкеров. И один иммортал, 10 сталкеров, плюс иммортал здесь будет шатать. Иммортал выходит, надо спасать танк срочно от этого иммортала. Увозить его дальше. Дальше не увез. Там это ошибка была с его стороны. Почему? Потому что все, супер здесь отбился, ребят. Великолепная оборона с его стороны. Так, начинает призму тут шатать. Либератор плюс. Плюс танк с мариками. Призма падает, один сталкер не доваркнул, но всего лишь один. Остальные все ворпанулись, марики в итоге выбивают, супер. Короче, можно смело еще контролил бомбу, блин, на блинке. Блинк-то есть. Я думаю, не, ну ГГ пока рано писать, но для тирана ситуация не очень хорошая здесь. Сейчас он здесь все потеряет, и просто наверняка еще от блинки всеми сталкерами. Но мисс кликает, супер как-то, ну вот у меня такое бывало тоже, когда мало... тренился. Ну, супер-то немало тренился, поэтому странно, что вот так вот произошло. Здесь даже бункера нету. Косяк, косяк. Бункер отменяет супер моментально. Здесь что-то 4 марика гуляют. Чего они там гуляют-то, я не пойму. Сталкеров-то контроль. Пил контроль. Заблинкивается на мейн. Шестью. В это время два сталкера, там иморт, так, точнее, два иморта плюс сталкера шатают лук. Сейчас нужно танчиков укуснуть просто. Ну, супер отконтраливает, откачивает, КСМ их пытается. Прилетает призма, давар 5 сразу плюс сталкеров идет. Так, а нужно ли вот так вот драться? Ты либо танки в фокусе, либо, блин, либо не в фокусе, либо уйди просто. И столько фокус танков должен быть. Но супер продавливает лук, зря я его критикую. Он все чувствует, он понимает, что ему не хватает. Иммортлы вообще разваливают здесь мясо. Вышел мародер по иммортлу, какой тут залп сделал. Надо впустить гада. Нету фокуса, что-то у супера не нравится. Мне это нужно моментально это чувствовать, как Бьян Беллинг. Чик, видишь мародера, сразу минус 0, чтобы он там демеджа лишнего не вносил. Так, иммортал здесь еле живой, поля врубает, все, последний выстрел на него тут остался. Падают еще им мародерчики, прирост весь теряет тиран, 75-27, 1-0 супер, это очевидно. ГГ. Ждем следующую.
Так, опять что-то прыгает пингес. Ну сейчас не жестко. Ну все, ребята, вторая игра вовсю идет. Спрашивают меня ребята с кикбета, как там Starline, когда, во сколько. Я ответил, и потом немножечко отвлекся. Обновил сетку, посмотрел. Ну что опять за шляпа-то, ё-моё? Опять пинг падает. Так, Лайв Гумиху, Гидра и Асуму пока результаты неизвестны. Что-то сетка пока не обновлена. Хотя, говорят, Лайв уже Гумиху ушатал. Так, Адепт в Риперу стреляет. Рипер живой, отлетает назад сейчас. Здесь Оракул плюс 2 гейта, соответственно, делаются. Пинка опять спал. Риперочек здесь попадает. Риперони, ты чего? Куда летишь вообще? Ну, что-то тут иллюзии не используют. Супер. Вот если бы он второй удар нанес, то можно было бы иллюзию послать. С одного. Все равно не добил бы, наверное, поэтому он и не пытался посылать, скорее всего. Оракул летит вперед через Ксилнагу прям, что ли? Я не знаю, Супер Рипера решил убивать. Если он, ну, бред, мог бы дэмэджа много нанести. Прям через Рипера пролетает. Абсолютно очевидно Тирану должно быть, что это реальный Оракул. Потому что Сентрею прутся нету на такой стадии, и все. Браток с Блаем, браток с Блаем. Я не знаю, когда будет. А, ты имеешь в виду полуфинал Старлайна, точнее, плей-офф Старлайна. Так, Оракул просто тупую на мейн прилетает. Минки нету в минеральной линии, Оракул начинает шатать, тут минка выходит. Супер неплохо здесь шатает, но в это время прилетает к нему тайм, дропает минку маликов, и Суперу нечем отбить вообще. Оракула минка сбивает, а в минеральной линии на мэне минки, между прочим, не было. Так, нужно ревелейшн кидать, чтобы минку убить. Сталкеров нет, проблема адептов в том, что... ну, рейндж, по рейнджу они минку не могут выбить без потерь, то есть... У 5 у Минки рейндж атаки и 5 у Адепта. Так, роботик строится на мэне. А, нет, не блинк. Скорость таки адепта вообще первым грейдом. Вот кто-то спрашивал, можно ли просто так открываться. Вот, пожалуйста, так и открывается. Здорово, тигра. Рад тебя видеть тоже.
Спасибо, что смотрите. Скоро поеду отдыхать. Блин, пустылюхой. И авиацию посмотрю наконец-таки. Как они бомбят. 10 пробок минус. Просто дичь. Супер здесь отваливается. Вообще не понимаю, как так выходит у него. Прогорать. Ну, Феникс, скорее всего, минуснет медивак хотя бы. Здесь на 50 энергии ждать. Ну, кстати, успеет минуснуть минки до КДшки. Очевидно, вполне, да? Ну, здесь надо не просто прицепить за ним, а рядом лететь. Ревелейш пошел, минки выбиваются. Все в порядке, скорость таки адептом готова. Третий Нексус есть, то есть за счет третьего можно попытаться нагнать по рабам. Так, Марик заходит, 2 сентри, давай, плюс сентри минус 0. Феникс бил там Оракула вообще, нет? Феникса кто-то сбил, по-моему. Да. Феникс, точнее, медивак. Феникса приняли марики, походу, вот эти все. Ясону Гидра 1-0 уже ведет. Вот Ясону жестик-то, а. Что-то Ясону, смотрю, он выходит на конец года. Но сейчас много сюрприз. Сейчас Близкон, на самом деле, китайцы усиливаются. Многие усиливаются. Вот после этого Близкона новый патч. И поверьте мне, следующий год будет очень интересным. Почему? Потому что Китай усиливается очень жестко сейчас. Корейцам заново придется адаптироваться к новому патчу. Европейцы обычно как-то побыстрее это делают. Может быть, и в СНГ кто-то сразу плюс мораль словит за счет нового патча. Так что будем смотреть, будем смотреть. Сталкеры вперед идут, здесь сентри, адепты. Грелочка принимает супербой, но видит, что многовато оппонента тут все-таки как на развороте бой пошел. Либератора не засаживают. Грелкой жарит, и кого по кому бонус есть. Ну, мародеров, я не знаю, медиваков, танки, все что угодно. Но только не мариков же, ё-моё. Ну, даже так, с мариков жаря. Супер идет вперед, но вот сюда на танк лезть не надо. Аккуратнее надо. Адепты вообще в мясо все демеджены. Здесь еще новенькие заходят. Призма заходит. Под сканом все это происходит. То есть видит все это прекрасно. Тиран. Адепты куда тут ко второй прорываются. А здесь стенки, между прочим, нет. Адепт заходит. Ну вот это ошибочное, мне кажется, врыв здесь был. Хотя, с другой стороны, в одновременно сталкеры начинают шатать. Адепты 11 уже КСМ к минус 0. Супер на ровном месте. Трачат игру. Здесь есть разогрев. Разогрев рубается. Так, не, ну тиран вычинивает здесь все. Надо депошки отнимать. Отнимать газы и отнимать все остальное. Что может отнять вообще сейчас Кропс. Вот он пытается здесь подраться. Может под... Вот так. Это что было сейчас? Там стазисная ловушка была, судя по всему. Призма разложена неплохо, адепты пошли, ну призму минусовать успевает. Сейчас тайм супер здесь разваливается, сталкер что без блинка, а они без блинка вообще надо сваливать, не могут свалить нормально. 96-101, 33-60, зато по рабам это печаль. Привет, Акирыч. Автигры поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Замыленный глаз это обида. Но есть еще в мире люди. И пусть их будет больше. Спасибо. Спасибо, Тигр, тебе большое. Прилетает Оракул дожимать еще здесь всю эту чушь. Минусуют танки, минусуют мариков, но Оракулы минусуют. Воздушные юниты зачем-то отдаются в центре. Супер при этом всем. Грелка и Либераторов пожег в мясо. Иммортл бьется с мародерами. Великолепно Иммортл бился с мародерами. Но по боевому лимиту меньше сейчас Протса, к сожалению, чем Терраса. И хватит ли ему до варпа, хватит ли ему всю. Вынужден супер даже сейчас вместо того, чтобы нормальный лимит боевой варпить, строить грелок вообще без грейдов. Они не особо решают. Хотя армора нет у тирана с другой стороны. Как бы супер тыл захочет. До варп еще пара адептов идет. Сплитится юниты под минки, супер рывается. Либератора отфокусил сейчас грелочкой еле-еле. Адепты давят, адепты гонят сейчас. И все перестимпаченное, демодженное у тайма в мясо просто сейчас. Вот что минус. Нужно ли ломиться сзади за этими юнитами? Думаю, что нет, ведь здесь две минки могут сейчас сюда тупо перекопаться, к примеру. Но они пока не перекапываются никуда. Грелочка летит. Не, через минки летит. Минус адепт. Заметил суперминки? Должен, обязан был заметить. Обсервер выводится сюда. Еще одна минка есть. Дело
зелок. Зря ты тут гуляешь по минке. Еще минус зелок. Перебегает сейчас сюда. Ой, там бежит нам. Он видит, что у супера проблемы здесь. Он видит, что юнитов не так много. Но филды какие хорошие. Мариков отжал прямо сюда под адептов. Это хорошо очень было сделано. Адепты падают, падают здесь. Падает здесь тиран. Адептики на третью заходят. И проблемы в минеральной линии начинаются. Адепты просто с плюс один уничтожают. А говорит, да, 1-1 между прочим у Кропсу. Но у тирана тоже сейчас 1-1 станут. Причем четвертый Нексус. Вообще видел четвертый Нексус тиран? Нет, он не видел. Вот это его очень большая проблема, что он четвертый не видел. Здесь супер начал все-таки контролить. Начал фокусить. 10 КСМ уничтожено. 11 уничтожено. Тиграс, сейчас тебя добавлю, игра напряженная. Спасибо тебе большое. Вот. Спасибо, что смотришь. Плюс 2 делает у нас супер, плюс 2 делает тайм. Ну, по грейдам для тирана 2-1 на 2-1 протусовский, это хорошие грейды. Ну, главное, что у протуса есть атака, как бы. Ну, хотя тут юнитов, кому даются больше единицы за одну атаку дэмэджа, это только имморталы фактически, сталкеру... По единичке и адепту по единичке дается. Ну, против легких адептов по 2, по-моему, только. Так, один адепт наверх пошел. Здесь супер ход. Минки есть, бью достаточно много. 4 медивака. Несколько адептов. Опа. Чё он стенку-то не сделает на второй базе нормально? Так, адепты мародера бомбят. Ну, сейчас мародеры с либератором очень быстро разберутся. Два адепта, правда, на третий разбомбили, посмотрите. Ё-моё, таймс рядом стоит, вообще не реагирует. Ну вот этот косяк очень большой. Видно, что, блин, косячит не кореец, что тут говорить. Ну, корейцы тоже бывают так же косячит, но, конечно, топовые реже значительно. Еще до варпа четырех сталкеров идет. Адептиков пытается завозить. Смотрите, какая стенка, что это за лабиринт такой? Ну, потому что здесь было проход, закрыл, а потом здесь остался. Нужно стенку сразу ровненькую, четкую делать. 163-138 по лимиту. Вперед пошел тиран. Ну да, вторая атака доделалась, делается армор. У Протус тоже атака доделалась, делается армор. Протус архивы темпларов, Протус либо арконов, либо шторм будет добавлять. Призму сейчас потеряет, супер. Не потерял призму, смотрите-ка. Молодец, что отвел. Ну, от минок не может он никак защититься, поэтому вынужден бежать дальше. Сбоку адепты варпятся. Разворотьте, минус либератора делает по зелку, как он больно бомбит. 67 хп просто для одного выстрела у зелка остается сейчас. Адепт один пытается зайти, нет, не зашел. Развел на стим немножечко супер оппонента. Подбревает, по-моему, минку очередную. Для варп еще в центре идет. Там перестимпачный идет вперед. Зачем такой перестимпачный-то вперед лезет? Либераторы минуснуты сейчас грелками оказываются. И разбирает супер оппонент 137-66. Как-то тайм перенервничал. По-моему, здесь ГГНчик, ребятки, все-таки. Ну, уже с китайцами проблемы серьезные очень начинаются у корейцев. Так что тут не просто так их подбрить. Так, супер против Гумихо будет сейчас. Я Сону, я так понимаю, Гидру еще и не одолел.
Так, гидра в чатике сидит, кстати. Ну, если гидра проиграл, Бьян с гидрой будет играть, а Лайв будет играть с Асуну. Я не знаю, правда, как там у нас обстоят дела. В Венерах. Я бы посмотрел и Венеров, и Лузеров. Ну, Супер Гумиху точно могу попасть сейчас. Ну все, инвайт пошел. Ждем начала, сейчас я через секунду зайду, ребят. Так, ребят, резкая игра началась, все, я здесь с вами. Ненадолго буквально отвлекся. Встречает Супер Марика. Марик выходит, не смог Гумиху фокуснуть пробку. Здесь стандарт абсолютный гейт, газ, некус, кибернетка. А здесь прокси факта, то есть это передроп минок, видимо, будет. Очень часто в последнее время всякие проксили начали катать. Альник, за кого я болею? Ну, я болею за то, чтобы не корейцы, любые вообще не корейцы, шатали корейцев всегда. Корейцев здесь много, поэтому пусть китайцы-то хоть шатают, я не знаю. Других здесь нету, Азия. Другим игрокам, ну, из других серверов тяжеловато здесь биться. Вот завтра будет СГЛ, там не будет биться. Там американский сервер, там тоже корейцы. Там все-все-все. Нипы на кореец там неплохо очень выступал. Шатал корейцев не слабо. Недавно буквально. Минка за старпортом закопана сейчас. Хитрая минка, вон она тут сныкана. Ближе никак не, ее не посмотреть, чисто с другой стороны не повернуть. Заходит адепт, ну не будет врываться, конечно.
Две минки летит на Майнксуперу сейчас. Со стороны Гумиху. Они обе копаются сейчас легко достаточно. Ой, залп, минус 4 раба. Минус еще 2, 6. Ну, 6 за 2 удара неприятно. Но посмотрите, просто до сих пор больше, а там и ЦС-шки-то нету Гумиху до сих пор, что самое прикольное. Циклон строится сейчас, медивак надо вычинить, танки строю. Танки будут сейчас уже строиться. Можно минки было бы сплетануть, чтобы Оракул Ревелейшн на 2 сразу не попал, но он не успеет кинуть Ревелейшн до того, как минки закдешатся. Ой, чем прикол. Так, минки закдешились. Одна в газ стреляет, в этот раз очень повезло просто, что одна в газ стрельнула. Здесь захват камней идет со стороны циклона. Либератор раскладывается, можно бункер уже поставить. Циклон, кстати, даже потратит весь каст этот, судя по сумме, он же 400 дэмэджа всего наносит. Да, потратил весь каст. Минусуется здесь все. Заходят Марики плюс циклон на ХГ. Контроль против адепта будет. До либератора поближе вот сюда, чтобы он вот так вот его перекрывал. Ведь пилона рядом нету все равно. Ну не рискуют, не рискуют сейчас у нас. Гумиху. Туречку на ХГ собираются запилить. Туречка, конечно, интересный вариант здесь. Развитие событий. Но почему в натуре либератор так далеко до сих пор? Так, грелка номер один вылетает. Либератор подходит. Ой, приходит грелка. И супер разваливает здесь. Гумиху это 1-0 супер, похоже, что ли? Или что? Хотя и туретка на ХГ достроилась. Грелка падает. Да что же за ошибки такие? Либератор пытается минусуть супер. Минусует либератора. Но мариков много осталось. Они с медиваком. Танк пришел. Рано я Гумиху похоронил. Рано. Вот эта туретка очень... А прикиньте, она бы не достроилась. Грелка была бы жива. Ну, в Старкрафте такие мелочи, это сплошь и рядом, на самом деле. Если Оракул прилетел, пытался что-то подрезать, конечно, Гумиху не дурак. У него туретка есть, минеральная линия. И, похоже, все-таки нет, супер здесь не отбивается. Хотя уже казалось, да? Но нет. ГГ. Гумиху 1-0. Согласен, 95%. Пусть Тру тоже шатает всех. Какой Тру-то? Тру как раз не должен никого шатать. Чтобы Тру шатали и чтобы Тру выбивали со всех турниров. Вот что должно быть. Чтоб сидел и в КДС играл. А то взяли моду, понимаешь ли. Так, а что Бьян-то? Уже кончился Супер Гумиху. Так, Гидра выиграла и Асуну все-таки. И Асуну с Бьяном будет биться. Кажется, кореец хочет именно это смотреть. А что супер? Вот, пошел инвайт. Вторая игра у нас собирается начаться. Сейчас я тут взял тут немножечко себе перекуса. Сейчас отвлекусь, ребята, на минутку.
Ребят, я остался хвостом, в глаза долблюсь, не вижу, что все готовы. Поехали. Так, ребят, все, я здесь. Походу, я с вебкой жрал, тут сидел. Ой, я прикалываюсь-то. А, нет, это я чуть-чуть куда-то переключил случайно, походу. Потом уже. Завершено. А, все понял, у меня тут в клаве какая-то хрень. Я пытаюсь достать. И мне не достать, я сцену просто переключил случайно. Все, ребят, в игре Гумиху Супера досматриваем. Китаец пошел стримить китайцев, конечно же. Болеть за своих. Вот. Это правильное решение. После данной встречи мы тоже куда-нибудь будем переходить. Их у самих полно таковых в Корее и в Китае. Ну что, ребята, Супер против Гумиху бьется. Вторая игра. Проигрывает 0-1. Гумиху интересно таким пушем. Убил оппонента. Здесь у нас билд пока что. Ну, сначала передроп минок мариков будет, очевидно, да? Что потом, пока я даже и не понимаю. Рипер полетел вперед разведывать опять. Так, китаец вообще другие матчи стримит. Варди свои стримит. Но я не хотел смотреть ЗВЗ в Венерах, поэтому пошел в Лузера, соответственно, смотреть Гумиху Супера и так далее. Все, уровень здесь хороший очень. Так. Я понял, короче, ребят. Сегодня какие-то косяки просто адовые идут вообще. Это просто здесь, ну, здесь какая-то хрень, косточка от яблока была между 2 и 3, а у меня хоткей стоят как раз сцены здесь переключать, я пока его вынимал, захват поменял, короче. Но не волнуйтесь, через полторы минуты вы будете смотреть, все будет нормально. Здесь в игре даже ничего не произошло пока, вот до потери, рипер, до пробка, все в порядке.
Так, три гита у супера. Сканит. Тут какой-то обсервер разбивает. Вот, поменялось все. Короче, движуха. Погодите-ка. Только что просто потерял пару аптежных пробку. Пора. По лимиту отстает очень сильно. Супер. А, от Гумихо. Смотрите, это Марики Либераторы. Плюс танки врыв сейчас вообще будет. Пошел выход. Ну вот супер, кстати говоря, гейты. Вот буквально супер открыл гейты и сразу же переварпил оппонента. То есть сразу же лимита больше стало. Здесь два танка, один на муве идет, плюс марики, плюс либераторы. Заходит Гумиху на третью базу к оппоненту. Три либератора, три танка. Чего-то танки не прикрыты либераторами, надо поближе подвинуть. Хотя не, либераторы достойны здесь. Пространство контролят это. Чего-то Гумиху туда-сюда поводил. Пытается Никсус выбить. Колоссы строятся у супера. Почему не... А, ну тут здесь бой ему нечем пока принимать. Вот он в размен идет, что ли. Зачем ему в размен-то идти, понятия не могу. Сейчас. Адепт пытается зайти, но они не зайдут никуда абсолютно. Так, куретку между пушки выбивает. Зачем-то здесь Гумиху. Заходит в тыл либератором. Дроп наверх идет, пробок всех наотдавал сейчас. Что делает супер вообще? Так, ну адепты здесь заходят, но здесь абсолютно юнитов предостаточно, чтобы все убить. Здесь непонятно. Кстати, Гумиху отдается здесь, скорее всего. Адепты на мэй не отдаются, но он в целом в плюсе будет. Во-первых, часть юнитов улетает, во-вторых, на рабов, посмотрите, 40 пробок уничтожено. Это разгром. Девять девяносто один по лимиту. Супер пытается пропушить. Адептов вообще в миксе нет, только сталкеры и колосс. Заходит, минку минусует номер один. Колосс без ренжа, я так понимаю. А что колоссом без ренжа здесь вообще делать можно? Можно отдаться им. Ну, под гвардианами плохо юниты дерутся, конечно. Вот из гвардиана вышли там на несколько секунд сталкеры сейчас. Либераторы куда-то непонятно в какую сторону разложились сейчас. Агрессивный блинк наверх. Скан минус упс минка делает. Ну, короче, 104-67, ребят, 2-0 здесь Гумиху победит, скорее всего, скорее всего. Ну, скорее всего, это не значит, что 100% победит, но я не вижу здесь вообще вариантов для процесса. Я думаю, что... Ну тут 99,9 вообще в периоде. Тут даже процентика нету. Тут просто жесть.
очередного обсервера здесь подбревает. У нас Гумиху Минка есть, идет вперед. Здесь что-то либераторы туда-сюда летают. 2-2 делаются. И так 1-1 тирановский лучше, 1-1 протусовских. Так, ну приходит Гумиху, видит, что нету Никсуса здесь у протусов. Симпачица идет вперед. Прям колоссу наломует, сейчас пытается спустить его. Показалось, делать не так просто. Несколько био-юнитов здесь зажал с филдами у нас Протус. Но Гумиху быстро с этим разобрался. Здесь депошечку можно было бы закрыть, а то могут врывы какие-нибудь быть. Но Гумиху уже врывов не боится никаких, в принципе. Так, тройной дроп на мейн полетел. Сейчас, что ждет Гумиху? Еще полгода соображал. А, ну вот два мародера Марика остались. Здесь адепты пытаются ворваться, надо бы призму минуснуть. Призму Гумиху не минусует, но адепты забирает зато. На мейн жесткий дроп возвращается, конечно, супер сюда. Гумиху что-то не ту, правда, убивает, я смотрю. Даркшайн надо минуснуть, Даркшайн не успел появиться, как был уничтожен сразу же. Нексус пытается Гумиху минуснуть, здесь сталкеры заходят. Сталкерами пытается просто здесь отбиваться, но Гумиху смещается, просто здесь просто в своих же зданиях заблудился. ГГ, ребята. Хлам вообще. Тираны слабая раса, кто это придумал вообще? Это кто-то придумал. Так, Элайф с Асуну, я так понимаю, бьется. А нет, Элайф с Гидрой бьется, вру. Так, только что ж Гидра появился. Или мне показалось? Не, вроде Гидры не было. Он просто на канале появился. Ясон убьян, непонятно что там. Так, почти 200 людей на Твиче, что-то вообще сегодня жестко. А на ГГ, фига, на ГГ 500, а там 200, такого соотношения давно не было. Так, пошел инвайт.
Так, Бьяна и Асуна у нас бьется сейчас. Видимо, Бьяна не было некоторое время, ребят, я так понимаю. Так, сейчас прошу счет. А. Так, ребят, короче, я что-то опять в глаза тут прикалываюсь. Думал, и Асуну играет, а здесь у нас Гумихо, это 0-0. Бьян Гумихо ТВТ, лузеров будет. Венерах там бьется Гидра против Элайва. И Асуну все вылечил. Вылетел, к сожалению. Хотя очень хорошо играл. Че, провальный захват увидели? Не, на Твиче просто увидели, походу, что я стримлю супера против этого. Как его там? Ну, вы поняли, против Асуну и пришли. Китайцев много, а может не китайцев. Может буржуев. Так, прилетает Рипер Гумичко. Начинает шатать. КСМ-ку зашатал. Гранату получай, говорит, враг. И уходит. Ну, КСМ-ку сам потерять, сочку немножко здесь задержал, конечно, ну вообще чуть-чуть совсем. Одновременно достраиваются, КСМ-ку в КСМ-ку разменял фактически Гумиху сейчас. Бьяна Старпорт. Тут тоже Старпорт строится, соответственно. Рипер улетел, Гумиху, у Бьяна гелик уже готов. Здесь тоже сейчас... А, здесь уже два гелика. Мы просто на реактор перелетали. Минусует Гумиху Рипера Бьяна. Бьян одним геликом уехал. Понял, что здесь реактор, и нужно готовиться к обороне. Здесь у нас, видите, 4 Марика, 3 Гелика. Из продакшена реактор. Здесь лаба на факте строится. Будет либо циклон, либо танк добавлен сейчас. Один медивак единственный. Может быть, перерубь будет геликов и Мариков и гелики по земле врываться будет. Гумиху идет вперед. У него здесь реактор и реактор на Старпорте. На Старпорте викинги. Два викинга, два гелика. Строится такой полумех какой-то билд. Опять ему. Да что ж такое-то сегодня, блин? Дерьмо достал уже. И сразу снижаться начинает. Ну вот что это такое? Я вообще без понятия. Не знаю, что с пингом творится, ребят, но такого никогда не было у меня. Десять КСМ-ок только что Бьян выбивает Гумиху каким-то непонятнейшим образом для меня. Все, он просто дропнулся и выбил. Но дома, юнитов мало остается. Посмотрите, здесь боевой какой-то 32 на 17 в пользу Гуми. Сейчас циклон будет уничтожен. Ошибка так циклона была отдавать. И в итоге Гумиху заходит, минусует. Здесь все просто Бьяну моментально. Викинг есть по воздуху, Гумиху сажает его вниз. Чемпион сажает своего вниз. Здесь-то два уже викинга есть. Тоже они сейчас сядут. КСМ-ки уничтожены. Все 14 штук уже. На рампу заезжать можно сейчас. У танк еще Рипер тут подкидывает. Самое интересное. Минуснул танк Рипера все-таки в итоге. Но Гумиху минусует Бьяна, ребят. Это 1-0 в его пользу вообще. Жёстенько сейчас было со стороны
Гумиху, конечно. Наказал Бьяна за его сверхагрессию. Вроде как Бьяна убил 10 КСМок, отдал юнитов своих в контратаке, просто затерпел. Бывает и такое. Зря, мне кажется, на 19.00 переносили данный турнир. Он уже кончится скоро, потому что это... А, нет, это еще малый финал лузеров. Так, получается, Гидра сыграется лайвом, проигравший будет биться с победителем этой пары, а потом общий финал будет. Ну, не знаю, да, еще час минимум пойдет. Ну что, вторая игра. Гуми 1-0 ведет. Смотрим. Улучшение завершено. Смерть на пороге. КСМ готов. Так. КСМ атакованы. КСМ готов. Так, прошу прощения, солнце адовое, просто плачу, плачу, ребята. Сервер отступит до задос атаки. Главное, чтобы помимо серверов никто не тупил, и это все понимали. Минусует рипера Бьян Гумиховского рипера. Проваливается, по-моему, три барака прессинг. А, два рипера даже потерял Бьян Гумиху сейчас. Вот он, герой двух, завалил себе подобных, а это всегда жестко. Это вам не Архон там Лингов порезал. Хотя Архон и Лингов в других количествах обычно разваливают. Вот. Лаба на бараке, факта строится. У Гумиху третья ЦЦ-щика. По рабам он в плюсе, как бы. Ну, боевой лимит здесь качественнее будет сейчас у Бьяна в ближайшее время. То есть он сейчас в ближайшее время, думаю, медивак закажет. Лаба... Так, в старпорте, да, медивак. Лаба на факте пошла. Миллионов три штуки имеется. Будет ли какой-нибудь врыв от Бьяна? Да, должен быть.
Это будет дроп 8 майков плюс 3 геликов. Рипер проверяет все, что здесь происходит. Может, кто-нибудь сюда дропнуться будет. Геликами снизу прикрыть, например. Запрыгнул Рипер. Втроем его распилили сразу же. Ну что, ребят, что-то хотелось мне сказать, что последний день лета сегодня, последний день августа, последний месяц, впереди сентябрь. По традиции я обычно в первые дни месяца беру небольшую паузу на денек хотя бы в стримах, но не знаю, как будет сейчас, ребят, почему. Ой, какой жесткий дроп от Бьяна сейчас был просто. Какой контроль великолепный, ребята. Зря отвлекся даже. Здесь просто великолепно Бьян переконтроливает. Не надо гелика давать. Бункер пустой. КСМ-ки вынуждены выезжать. Гелиона не отдавай. От него сплэш здесь идет. Ой, как он дэмэдж наносит. Он больше, чем все марики наносит дэмэдж. Гелик. Вниз телепортируется Бьян. Точнее, не телепортируется. Передропчик пошел опять на ХГ. Сплетанул немножко юнитов. Дэмэдж по рабам просто колоссальный. Медивак все-таки падает. 15 рабочих уничтожено. Примерно в таком же стиле, как Гумиху в предыдущей игре выиграл Бьяна. Бьян выигрывает Гумиху в этой. Я думаю, что уже выигрывает. Посмотрите на лимиты. То есть в этой Гумиху отдал риперов, Бьян его наказал в предыдущей. Бьян отдал геликов и дропчик с мариками. Такой же, как в этой. И Гумиху его наказал геликами. То есть, ну вот как-то так. С вебкой, что все в порядке. Вот. Но, ребят, что хочу сказать. Завтра у нас Star League. Завтра, послезавтра GSL. Поэтому стримы точно будут. Вообще стримов не будет такого дня в начале сентября, что не будет. Плюс я поеду в Кубинку на армию 2016 с Илюхой. 8 числа я уезжаю. 12 назад выезжаю. То есть 13 я только здесь фактически буду. И, ну, вы поняли. Короче, стримы еще не скоро продолжатся. Хотя, может, если будет возможность, там, если я смогу из Баркрафта постримить, может, 12-го, как бы, и постримить оттуда, например, что-нибудь. Если что-нибудь будет, приходит Бьянцечка минус, то туретчики минус, депошечки минус. Разгром, короче, здесь происходит. Кухмарики по танке лезут. Здесь контрдроп идет, ну, пизд, Бьян его отобьет. Хотя дома ничего нету практически. Ну, здесь есть танк, главное, и 4 малика, это уже достаточно. На стиме, кстати, Гумиху, у Бьяна есть стим? Нет, у Бьяна нету стима, между прочим. Ему достаточно того, что он убил базу вторую Гумиху просто. Сканить надо, он только играун. ГГ пишет Гумиху. После того, как ему убили танк, 1-1. Вот. Ну и начнется за 1 сентября, многие в школу пойдут. Но я думаю, зрителей должно больше становиться, ведь... Студенты, школьники, которые отдыхали, возвращают все на места, все с интернетом будут и все дела. Так, Frozen, следующая карта. Ждем инвайт, поехали. Короче. Также там в начальных числах, короче, плей-оффы корейских турниров будут. Плей-офф завтра... А, завтра СГЛ, ё-моё, завтра еще СГЛ плей-офф же, ё-моё. Ну, так, погодите, СГЛ СГЛом. Старлига, а потом СГЛ. Во сколько? В 4 часа СГЛ. Ну, в общем-то, по Старлиге ФП и СГЛ завтра, и все. Больше ничего завтра не будет. Блин, СК2 импруф Team Лига еще завтра. Про Лига, блин. Короче, все, я все самое важное буду стримить, не волнуйтесь. Вот, поэтому без стримов не останетесь вы. Вот. Ну, помните, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Team Liquid против Millennium. Интересный клан вар будет. Надо будет глянуть тоже, я думаю. Зонишь, что там по времени будет.
Ну, да, поддерживайте меня и мой канал. Отблоки, премиумы. Напрямую по реквизитам, через премиум, поддержка материальная, все дела. На диван уже практически собрали. Ну, фактически собрали, да. Если что-то своих добавлю, то есть 10% доставка. ГГ-плеера комиссия. Ну, я говорил, что на 30-ху ориентир, поэтому, как бы, если не прибавится, то ничего страшного. Давай, Альми. Спасибо тебе за внимание. Пердум, буду тебя на парах смотреть. Можно, да, на парах смотреть везде. Ну-ка, я бы смотри, что там. Поаккуратнее тоже. А то. Учиться тоже надо. Минус, конечно, что многие из наших, кто играет, например, тот же Стрэндж, у него же тоже учеба в институт там начинается. Как бы и тяжело будет ему выступать, например. Но другим нет. Кому-то. По одной КСМ в газах сейчас интерес такой билд. В принципе, по одной КСМ в двух газах это не намного медленнее добыча, чем, смотрите, по две КСМ на двух газах это 130 в пике, а здесь 180 в пике фактически. То есть с трех КСМ в одном, то есть эффективность не намного больше. Что-то и вы сегодня опять залетали. Погодка хорошая. Так, людей все больше и больше, ребят, всех раз в ад. Видись я. Два рипера бья на гелик заходят сюда, минку ставят. Ну тут как-то более-менее вровень разменялись. Да, по два рипера друг друга забрали. Гумико еще Марик где-то был потерян, не знаю, в этом замесе или нет, я даже внимания не обратил. Сюда здесь два гелика будет, у Бьяна тоже два гелика. Здесь-то КСМ-ки есть, вычинили, а здесь у Бьяна нет КСМ-ок. Он около чужой базы находится, поэтому и вычинить нечем. Так, Марики танк строятся, гелики возвращаются назад. Возможно, какой-то поджим будет с танчиком. Здесь банша инвизная. Но в Лотве есть такой юнит, как циклон, и вот можно его сюда просто добавить с основным выходом. Если банша с инвизом начнет минусовать, просто раньше мариками, например, только викинг мог помочь, да, там, мариками, ну, в нормальных руках невозможно ее убить, то есть сканы просто тратить будешь практически, а вот с циклоном уже легко можно достаточно это сделать. Вот она банша, Марики есть, циклона нету. У него сам циклон строит. Бьян тоже делает баншу. Отдал весь выход, короче говоря, и нужно улетать отсюда. Танк, Марик, гелик прилетают сейчас на вторую базу Гумику. Ну, две КСМ-ки Бьян забирает. Это все, что он здесь заберет, естественно, улетает. Прочь. ЦЦ-шки третьей нету, оппонента есть. Ну, туретки пошли по периметру. У Бьяна тоже банша готова. Здесь банши инвизные? Да, инвизные. Никуда не летит почему-то при этом всем Гумику, не поймаю, почему. И туреток у него не что самое интересное. Thank you.
Второй скан потратил, увидел Гумиху, что банша, видимо, выходит. Поэтому пришлось потратить, ребята. Опять дропчик на вторую. 7 КСМок на ровном месте. Банша встречает 2 банши оппонента, сейчас которые летит, летят к нему Бьян. ЦЦ-шка будет отменена, естественно. Даже можно саму ЦЦ-шку отменить. Что делает? Мимо КСМки атакует. Да, отменяет просто ЦЦ-шку. Вынуждает Бьяна нажать на эскейп. Жесткий харас от Гумиху. Ваншотит банши Марик. Циклона выбивает. Ё-моё, как же Гумиху контролит. Бьян на мейне тут тоже шатает. Ну, тут-то третья цешечка скоро будет, а у Бьяна-то не будет пока. А не, хотя он на мейне строит. Ну, тут на лоу-граунде выгоднее она. Ну, парабам Бьяна больше, зато 2 газа на второй добавляет. Здесь депошечку минуснул. Ну, и здесь банша выбита, оказывается. Так. Павел Викторович К. 5000 на Сбер присылает на койко место. Спасибо тебе большое. Ну теперь 100% на диван хватает. Вот еще и чайник новый. Спасибо большое, спасибо большое. Очень приятно. И сразу мне там вонюченький Сбер списал за мобильный банк 60. Ну гады, блин. Ладно. Ничего не поделаешь. Жидорептилоид Герман Греф просто во всем виноват, кто там, если вдруг работает в Бери, не при делах. Люди не виноваты. 90-92 по лимиту, Бьян на лоу-граунд, летит здесь 2 циклона. 3 Елеона, Марика в центре просто шатает флам сейчас. А что Марики-то? А, ну это по периметру стояли, в общем-то, дозорные у Бьяна. Спасибо тебе, Павел Викторович. Дозорные стояли, да все, больше уже не стоят. Либератора прямо на туретку прилетел. Да что это, блин, опять за шел медведь по лесу, увидел машину. Горит, сел в машину и сгорел. Опять такая история какая-то начинается. Пытается красавчик Бьян успел танк увести. Что творит, а? Вычинивать надо сразу же. Вот выезжает, да, КСМ-ка? Мимо. И другие выехали, другие помогли, другие вычинили. Это на работу поехало. У Бьяна все уже распределено. 59-59, 119-101. По лимиту близкая очень ситуация. У Бьяна 2-1 армор. Чуть позже, чем атака. Здесь 2-2 уже заказано. По грейдам у Гумиху все получше. И идет выход какой-то сейчас. Интереснейший. Спасибо, короче, братва. Спасибо, Павел Викторович. Тебя вообще жестко. Все всегда. Танки перевозит Бьян. Контроль вроде как неплохой. Мариков вроде как забирает. А где у него все юниты? Марики где-то сзади были. То есть Бьян сейчас просто танками все расконтролил. Посмотрите, он по лимиту в плюсе. Оппонент отдал био. Бьян био не отдал. Он просто танками переконтролил Мариков оппонента. И все. Но в итоге Гумиху здесь разваливает. Еще медивайки сейчас упадут. Марики заходят. Марики везде отдаются. Что творится? Здесь танчик на муви идет. Куда все это едет-то? Куда? Чего? Гумиху вообще поднимает. Еще один танк завалил. Только Бьяна похвалил. Сразу начала моя тема это работать, короче. Вот.
130-131, но Бьян отмаститься умудрился. Отмаститься умудрился, здесь, конечно, провальчик от него в какой-то момент был. Но юнитов мало давалось. Два Марика отсюда, два отсюда, танк отдался. Но при этом всем Бьян до этого сам танками чисто био там переконтролил. Гумиху сканет, видит, где Бьян. Гумиху делает выход. Гумиху залпы по Бьяну делает. Бьян пытается в размен идти, но здесь к нему тоже выход идет. Но без танков почему-то. Они вот танки тоже возвращаются. Так, стимпачится Гумих. Заходит сюда. Бьян тоже стимпачится, принимает бой. Грейды 2-1. Здесь 2-2, я так понимаю. Да, здесь 2-2. Грейды лучше, но... Здесь танк сзади помогает, плюс Марики, Бьян отбивает, 140, ну 135, а Гумиху входит неожиданно для него, вообще заходит на его базу, и проблемы у Гумиху. Гумиху контролит танки тоже не хуже, чем Бьян в данный момент, он не подставляет ничего сейчас под атаку. Ну, Бьян не собирается лезть дальше, он просто привозит таким образом своих юнитов, чтобы выбивать газ, выбивать минеральную линию, напрягать добычу. Но Гумиху не хочет долго это терпеть, Гумиху идет вперед, Бьян что-то не стимпачится вот здесь вот мариками, группой не стимпачился, странно это было. Но немножечко назад отвел, дерется в плюс, 134, 115 по лимиту, Бьян разваливает Гумиху сейчас. Это полуфиналист ГСЛ, между прочим, кроме пятницу будет играть, мы смотрим из игры его. Сейчас контроль просто великолепен, Гумиху тоже бился, но, к сожалению, не смог пройти дальше на ГСЛ. Кстати, а они не с Бьяном ли играли в предыдущей стадии? С кем там Бьян играл? Я что-то уже подзабыл. Так, заходит маленький Бьяна наверх. Начинает он крошить. Три танка в бою не участвуют. Вот где ошибка. Они снизу находятся. Но Бьян здесь проатаковал. Гумиху идет вниз отбивать. А здесь уже и три танка как раз-таки помогают ему. Здесь осада все еще не снята снизу. Поэтому... Так, скан пошел. Здесь вижена не было. Надо вижен давать медиваками, тогда танки по ЦЦшке будут стрелять. Здесь три отступают, один прикрывает остальных, говорит, отступайте, я прикрою. И здесь одного кидануть пришлось, потому что не на чем лечить. Он пошел вперед, и его уничтожили просто Сиджа издалека. 134-135, какая плотная игра, какая жесткая игра. Размен идет жесткий. Посмотрите, потери 10-500 на... По юнитам 143 на 143, абсолютно одинаково, по цене, правда, разные Бьяны дороже были, какие-то там юниты, не знаю. У Бьяна делается 3-3, у Гумиху, ну у него 2-2 сейчас, у Гумиху 3-2 сейчас, но только армор позже, кстати, чем у Бьяна. Хотя не, армор так же, как у Бьяна. Короче, у Гумиху есть преимущество в один грейд сейчас. На био, как бы, по технике, там, плюс один на плюс один. Здесь стимпачится Гумиху, принимает Бьян, надо сваливать. Слишком мало мариков у него, а у Гумиху слишком много. Гумиху идет вперед нашатать. Бьян опять на 10 лимита отстает. ЦЦ-чка с мейна прилетела у Гумиху на 12. У Бьяна с мейна на 6. Просто на уничтожение игра идет. Только в Корее такие игры можно увидеть, ребята. Ну, хотя, вру. Сейчас, конечно, иногда бывают и евроигры подобные. Но такое напряжение, такой высочайший уровень и так ошибок немного. Именно глобальных таких только здесь можно заметить. Просто... Идет, ну реально, игра нервов. Кто первый здесь ошибется серьезно, тот, скорее всего, и проиграет. А ошибется тот, кто неправильно что-нибудь там оценит и пойдет вперед. Вот марики заблудились здесь, бьяновские были уничтожены моментально. 105, 104, 115 по лимиту по боевому. Туречки Бьян до заказа. Депошечки здесь. У саплай-блок у Бьяна был сейчас. У Гумиху нет саплай-блока. Но 20-ку Гумиху впереди по лимиту. Надо на технику грейды еще делать. Вы, конечно. Бьян, правда, делает выход более выгодный, чем Гумиху делает. Сканет Бьян, видит, где Гумиху находится. Пошел фриз какой-то. Я надеюсь, такой ответственный момент. Лагов-то не будет. Ну вот не. А я не знаю, почему Бьяну бы не проатаковать был. Ну он боялся. На самом деле все правильно Бьян здесь делает. Почему ему не проатаковать? Объясню. Сейчас Гумиху немножечко тормозит свой пуш. Если здесь Гумиху его пробивает, а Гумиху пробил бы, если бы Бьян туда пошел, ему ничего бы не оставалось делать, кроме как вперед идти. Назад уже поздно было поступать, эти базы потеряны, считай, что. Здесь-то, пробив Гумиху, сразу бы развивался атаку, вторую убивал, третью. И мейнс продакшн. А здесь пару юнитов бы минуснул. А Бьян, убив эту базу, и он пока бы вот эту убил, пока эту, на мейне бы уже подкопилась бы часть юнитов.
И Ибьян прекрасно... И они бы нанесли бы, возможно, крит дэмэдж армии Ибьяна. Ибьян это понимает, просто не спешит. Вот сейчас, когда забуксовал немножечко пушка, а Гумиху там что-то передропаются, у Ибьяна здесь подкопилось, он просто резко наносит удар на, 3, на 4-ю базу, на 12 просто. Минусует здесь все максимально быстро, а Гумиху здесь даже не отдуплился. Посмотрите, марики стоят, туканят. Приходят танки, подбривают танк, нужно сбривать. Да камни бы сбрил быстрее, чем загружаться, по-моему, это все было бы здесь. Передропаются марики. Часть на Муми сейчас через три танка, что ли, пойдет. Гумиху не делает таких ошибок. Я тебя прошу, он делает такие ошибки. Бьян минуснул четвертую, третью. И везде, короче, нет, ну здесь Бьян не отбивается. Пока, ну танки не прикрывают, нифига. 108 на 170, пару ошибок от Гумиху, и все. Посмотрите, какая четкая. Как же Бьян... Бьян сейчас ходил-ходил, вот смотрел, пойдет ли Гумиху вперед. Если бы он ломанулся, он сразу бы прибежал сюда отбиваться. Но Гумиху не пошел вперед, и Бьян нашел момент самый выгодный, когда можно поломиться и уничтожает Гумиху. Я же говорил, одна ошибка, все. Гумиху с Мьюсиком играл. Точно, точно, спасибо, Макаров. Беркут. Гумиху играл с Мьюсиком. Так, Павел Викторович, на койко место пятера. На сбее. Спасибо тебе большое. Надо тебя добавить. Я так понимаю, это ты? Если это не ты, отпиши мне в личку. Но похоже, что это ты, и тебя надо передвинуть. Вообще, как бы... Ну, я понял. Давайте сейчас сначала здесь поменяю все. Ждем Лайфенга далее. Как-то так, вроде как-то так. Что же дальше? Лайф Гидру убил. Бьян против Гидры сейчас будет. ТВЗ. И победитель с Лайвом в финале Бо 5 будет. Гидрохи спрашивают. Да, гидра здесь. Я на секундочку иду. У меня какие-то тарелочки скопились небольшие на перекусе. Сейчас унесу их и вернусь к вам.
Улучшение завершено. Смерть на пороге. ТСМ готов. ТСМ готов. Пристройка завершена. ТСМ готов. Так, ребят, я дико извиняюсь, просто я сейчас резко вспомнил, что у меня здесь дома нет воды, позвонил, заказал воду, вот, и туда, на другой дом тоже заказал. Гидра против Бьяна, БО-3, ребятки, это, ну что же, посмотрим, кто здесь сильнее, фаворит здесь очевиден, это Бьян, вот, ничего лишнего вы не пропустили здесь, потери по нулям пока, да и ФП вы смотрели, вот я врываюсь, начинаю комментить. Продолжение. После этого матча будет только суперфинал, который был 5, я так понимаю. Сейчас посмотрю я. Еще разочек отвлекусь. Вы уж извиняйте. А, будет 3 финал. Видите, на Малахенге всегда будет 3 был финал. А, все понял. Кто из лузеров идет, если... одерживает победу, то 2 бот 3 будет. Все, все, я понял, вспомнил систему, ребят. Все здесь вполне очевидно. Вот, уже можно все сетки закрывать, потому что уже лишних матчей параллельно не идет. Мы смотрим только то, что идет. Смариков у Бьяна. Ну, через Steam билд вообще-то сейчас передроп будет. Здорово, Блайк. Ну, бот 31 я точно все стримить не буду. Почему? Потому что сегодня Starline 19.00. Группа последняя. Вот, потом только плей-офф будет. Ну, возможно, если Лайфен кончится и до 19.00 будет время, мы постримим немножечко из бот 31. Что-то там коэффициент, правда, 1.01 на Влая, то есть со 100 долларов 1 выиграешь. А на Клема десяточка просто, что он, то есть не верит молодого француза. А между прочим, Хейпи, он минуснул на ВЦС на каком-то из недавнем. Так, пытается Гидра сбрить медивак. Если бы сбил вот этот медивак, погибло бы 10 лимит сразу, то есть не только бы он... А еще и все марики. Ну вот Бьян дропается в центре, посмотрите. Мариков очень много, но линги здесь подгрызли не слабо, я вам скажу. По гидро по лимиту в плюсе 1-1 будет раньше, чем у Бьяна. Королев 5 штучек имеется. Бьян делает выход, щитов пока нет. Что у нас линги? Линги сейчас придут, новая пачка. Заходят марики. Рабочие отводятся, королева новая выходит, прям под удар попадает Мариков, дронов, Бьян, ой, этот, простите, гидра не отводит, Бьян начинает шатать в итоге, королевы поминки ходят, ё-моё, куда он дронов-то повел вообще. Тут как-то вроде гидра, казалось, да, линги, все строится, все будет хорошо, но нет, гидра в итоге как-то странно здесь оборонялся, дронов криво уводил. В итоге Бьян пришел и здесь очень жестко все сделал. Гидре стало больно, реально. Крит крипсерфер. Так, тигра. Вода у нас на нашем районе провальная. Здесь... Псков один из немногих вообще городов. Это чука я в институте учился. Я так понимаю,
благодаря Варью, которая здесь сидит, как бы ничего не изменилось до сих пор. Скуф на хлорированной очистке до сих пор. Вода. Ну, не только Псков, но это как бы, ну, на самом деле во многих городах сменили эта тема, да, как бы. Вот, а здесь вода вообще мертвая, как бы, на заказы. Например, в Печорах, где мама Даша живет, теща моя, там. Там как бы вода другая, из источника, бесплатно. Так, принимает гидробой. Линги что-то кончаются, но королевы пока живут, но недолго им жить. Медиваки тоже упали, королев всех разрывает Бьян, просто 89-67. Минус оверсир, и Марики уходят домой с успешного задания, пешочком даже, не на самолет. Хочу им улетать-то. Им космос не надо. У них и наркота есть. Они, если что, быстро убегут, зачем им в космос. Вот. Ну и тут Пискович, там есть районы, ну, в городе тоже, где тоже из артезианской скважины вода. Поэтому, ну, здесь я заказываю, тем более, для ребенка, как бы, и т.д. Уже привык, так-то, в принципе, можно здесь, ну, и такую, понятное дело. Но вода — это залог всего, в принципе. Забегают линги, пытается Бьяна сгрызть гидра, у него ничего не выходит сейчас. Так, хорошо, Минка по своим же юнитам тирановским сейчас жахнула. Муталиски у Гидры доделались, но вот не получается у Гидры, знаете, что не получается? Отбиться так, чтобы демеджа не получить, вообще ни разу не получилось у него. Ну, вот здесь вот марики в мясо все красные, поэтому ничего не получится здесь сделать. 4 муталиска, как ты Гидра тоже нелепо здесь потерял. Здесь опять 3 бьются, один из них отдается, вроде как Гидра его пытался уконтролить, не уконтролил. Одновременно Бьян опять же на третью приходит, начинает третью минусовать. Минки не дает по себе стрелять. Отлично, отлично. Не, ну как раз хлоридная вода не очень-то полезна по его. Ядро обещает заменить очистку, видел на плакате перед выбором Воденцова. Вот. Надеюсь, к нашему приезду туда с Илюхой. 9 сентября, 8-9, потому что мы как раз таки там собираемся жить и оттуда в Кубинку стартовать. Вот. Фильтры. Ну, фильтр это не то, тут все-таки со скважина у нас очень много вокруг. Пользователь ChiEpsWarfare активировал премиум на ваш канал. Поэтому, спасибо, CryptSurfer, поэтому, ну, как-то это понадежнее будет. Да, Гидра проиграла, а Live Immortal Chap, сеточка, сеточка есть. Давай не будем про либерастов и тому подобную шляпу. Говна хватает. К сожалению, оно все говно заполонило. Ножом показать, что надо всех резать, как бы. Да куда-то нож делся мой перочинный. Ладно, это уже перебор, наверное, был бы. Погнали.
Ян Гидра, потом финал у нас 16.49, ребят, 17.00 начнется. Но придется часочек мне по ходу ФП покатать. Почему? Потому что... Хотя, может, там 2-3 будет в финале. Так. Улучшение завершено. Нет, не 2 часа, хлорка, но отстаиванием, да, можно отстаиванием, как бы все это дело. И поотстаиваться, и да, дать ей выдохнуться. Но там уже в такой воде нет практически ничего полезного, как бы. Давайте, а то сейчас начнется, ё-моё. Путин там виноват, сало обронили там и все, вся вот эта шляпа, короче. Перка, 5-стоповый перк, 5-ступенчатый фильтр решил проблему. Я сам, да, нужно... Просто нужно, чтобы фильтры делать ремонт. Мертвая здесь кухня, как бы, а там на квартире еще ну, мертвее, как бы. Если будет, как бы, ну, вот, может, через несколько лет, как бы, будет окончательное жилье. Мы уже будем жить здесь с семьей. Там, конечно, надо об этом думать. Здесь же проще просто воду заказывать. Вот. Короче, не будем про это. Да, Клем с Баем все 31 карту сыграют, ты правильно все понял. Риперы начинают шатать, но Гидра держится пока, но Гидра не делает свич в руч, и сколько не видел я против Бьяна и того же Ютермала, когда такая тема происходит, обычно просто риперы прилетают, ой, как бомбят они, ё-моё, линги бегут под минки, Ян очень много минок оставляет, взрываются линги просто, Ян контролит, как дикий просто, посмотрите на потери, что творится-то просто, что творится, что творит вообще к успеху, Гидра шел... Но пока что не может прийти, по-моему, это 2-0, ребята. Я не вижу, как здесь отбиться Зергу, просто юнитов нету. Лига 26 в заказе, но пока что нет ни одного. Королевы взрываются, линги взрываются. Первый только Рипер сейчас погиб, вы видите. Я даже специально графу с потерями открою. Королевы падают, линги новые выходят. Боюсь, что этих лингов тоже не будет достаточно, чтобы... Тем более вне крипа, чтобы риперов зашатать. Бьян уворачивается очень жестко. Минусуют лингов, риперы хоть и падают, но не в таких количествах, каких нужно, чтобы отбиться, не в таких, каких линги падают в количествах. Это просто жесть, ребята, это просто дичь. Там уже ЦЦшечка, там уже рабов больше. Нет, здесь третья ЦЦшечка уже, ребят. Здесь все очевидно. Не готов Гидра, вообще не готов к этому всему. Я не знаю, шатал ли его Ютермал, я вот не помню. Мне кажется, шатал когда-то Ютермал такую... Эпич от Гидра, бамбау лейло. Завязывайте про политоту, ребят, хорош, короче. А то сейчас у нас... в прошлый раз из-за того, кто как курить бросил, срач начался, теперь из-за воды давайте еще срач будет. Фильтр нужен, да, и, ну, вода это как бы важная, в общем-то, тема для человека очень. Самое главное, нужно понимать.
АПМ покажи, потери покажи, всё вам покажи, а? Что вы без меня делать будете вообще? Ладно, шуткую. Короче, ждем продолжения. Уже почти 5 часов вечера у нас. Так, пошел онлайн, финал уже, по-моему, начинается. Ну что, финальчик начался, ребят, Бо-3, Бьян против Элайва. Может быть, 2-3, если Бьян выиграет первую, например, весьма вероятно, на самом деле. Готов!
Все, ребят, я здесь ненадолго скрылся я из вида, но возвращаюсь назад. Давайте смотреть продолжение. Если ссылка на Warcraft вы найдете, ВКонтакте есть группа, но сейчас я тебе скинуть ее не смогу. Если кто-нибудь появится, кто мне на ГГ-чатик, в ГГ-чатик скинет ссылку, то я скину тогда на все, на СК2TV и на Twitch. Вот так же видит его и работает, правда, не чат его не открыт, но там обычно никто и не пишет, но иногда кто-нибудь смотрит, возможно. Так что читайте другие чаты, обращайтесь, кто. Прилетел рипером Ян, минуснул, по-моему, КСМ-ку какую-то и улетает сразу же. Есть КСМ-ка еще одна едет, забрежет, ты ее куда-то поехал-то. Ян 7 вперед ломится. Наглый КСМ хочет пильнуть. Мопед. Мопед так просто не запилишь. Здесь идет рипер-контроль. Два рипера против рипера Марика здесь. Чтобы Ян здесь потерял момент, по-моему, ему нужно было не Марика, а рипера оппонента минуснуть. Так, пошла Минка. Хорошо, Минка жахнула. Сейчас Марик минуснулся. Рипера сбривает в Ян. Какое-то крайне неприятное начало для Лайва сейчас происходит. Один Гелион, два Марика. Это все, что у него сейчас будет. Здесь два рипера Гелион. Это уже сильнее, чем вот это, вот эти юниты вновь появившиеся. Еще один рипер идет вперед. Сейчас можно даже на рампу зайти, мне кажется, в Яну будет. Будет он заходить на рампу? Нет, не будет. Так, КСМ вперед идет. Так, чё Бьян боится, не понимаю. Вот он, наконец, замечаешь, здесь фигня, война просто. Ну, вышел как раз под прирост. Ну, вот ошибки, блин, ошибки. Поспешил, промедлил, ничего не сделал. Потом поломился, людей насмешил. Что-то не то здесь произошло. Жгёт цешку третью. Вот уже и по лимиту ровно, здесь цешки только-только строятся. Как Бьян... Вот я не понимаю, почему Бьян после убийства... Марика с рипером не прочувствовал момент, что он может там очень все четко сделать. Это очень странно, как по мне сейчас было. Так, залп по Марикам, надо уезжать. Гелик сейчас, скорее всего. Неплохо Бьян тут контролит, разводит оппонента своего. Ну, аккуратнее нужно быть. Все, минуснулось все. В итоге 2 КСМ. Либератор на мэне полетел. Я вообще не видел, как он летел. 7 КСМ. Бьян уже убивает оппоненту своему. Влочит при этом мэйн. Марики куда идут? Ну, Лайв хорошо их остановил. Бродяги бы сейчас затерпели бы вообще жестко. Так, здесь Гелик уехал. Марики встречают. И здесь Гелика не смог минуснуть. Тоже уехал. Циклон готов, поехал отгонять. 30-28, пусть Зубьяна по рабам. Но хоть что-то он перевернул здесь. Здесь вот Банша прилетает, но она пока что без инвиза. Без инвиза не ворваться. Так, циклончик здесь есть. Ну что, циклон прилетает, говорит, привет, ребята. Сейчас я вас буду минусовать. И минусую. На изичах. Банша пытается из рейнджа скана вылететь и вылетает. Бьян, как он встал здесь? Как он это делает-то вообще? Посмотрите... Он четко, прямо аккуратно рейнджескана встал и видел, что не достает, уж самое главное. Туретчики пошли, вторая банша не успевает вовремя прилететь. Здесь уже две туретки будут везде. Но на 10 рабов Бьян в плюсе и 3 ЦЦ-шка строится. То есть Бьян здесь в плюс очень все хорошее для себя сделал. Вторая банша мейн пошатала, пару там мариков Бьян убил, еще что-то там убил. Бьян делает стим, здесь стима пока нету, и здесь и 3 ЦЦ-шки нету в заказе. Но боевой лимит достаточно большой у Элайва, и вот он вперед пытается выйти. Если, а напомню, что если Бьян минуснет Элайва в одном бутри, мы будем вторую смотреть бутри. Это будет, мне кажется, очень хорошим подарком для любителей крутого Старкрафта, особенно для тиранов, для любителей ТВТ. Ну, жаль, что, конечно, зеркалка, но такого уровня и зеркалка любая в порядке. Заходит Элайв. Ян принимает бой.
Сиджат-то танки. Викинги пытаются сесть, и чего? Ну и куда они сели? Ну сели они сюда. Дальше-то что? Танк нам уведет вообще сейчас. Сливается. Викинги садятся под танк. Бит Алайвы. Алайв пишет ГГ. Бьян 1-0. Хорош Бьян. Просто молодец. А я жду инвайт групповой сейчас. Так, ты вроде бухарик, нужно признать, то регулярно употребляет алкоголь, то у него и друзей больше, реальных друзей. Нужно признать, что ты какую-то хрень морозишь. Это просто бухарики по сфере интересам, как бы и все. Вот. Потому что если ты перестанешь бухать, тогда просто твой телефон замолчит надолго. Так, на Баркрафт я так ссылку и не видел, вроде никто не кидал. Ну, Илюхи нет, он бы скинул бы сразу. Хотя вроде в чате сидит. Ну, видимо, просто оставил новую. Браток, привет, нет, ПСИС у меня не живет. Так, Бьян-то 1-0 ведет, я прошу прощения, 2 минуты игра идет. Бьян опять Рипера Факту играет, здесь у нас... Фактореактор, кстати говоря. Так, опять фризончики какие-то есть, но в этот раз не от меня, кстати, эти фризончики исходят.
Так, ну что, здесь готовятся марики-гелики. Какой-то врыв. А нет, один гелик здесь всего. Прилетает дропчик. Какой-то бред сейчас. Просто полный бред делает лайк. Хотя, смотрите-ка. Даже при таком бредовом дропе прям под юнитом Вьяна он умудрился основную массу дропнуть. Но потерял все в итоге. И Вьян здесь в плюсе опять же в этой игре. Два мула полетело моментально. Здесь ССЧ-ка еще даже и близко не готова. Викинги строятся. То есть баншу есть чем Вьяну принять сейчас. Делается инженерка уже. Реально какой-то идиотский дроп сейчас был от Элайва. То есть вроде как он разменялся более-менее. Но при таких билдах не надо размениваться. При таких билдах надо наносить вред очень серьезно оппоненту. Только тогда ты сможешь нагнать. Ведь у тебя ЦЦ-шечка позже намного. Посмотрите, здесь уже 1000 лет как орбиталка есть. Тут мулы летают, а там даже ЦЦ-шка не готова еще. До сих пор она не готова. Уже 32-29 по рабам в пользу Бьяна, соответственно. То есть полный провал. Так, банша летит вперед. Там в склоне есть два викинга. Так, банша прямо на мую Бьян тут ее уничтожает. Третья цешечка делается. Вот такой вот он Бьян просто ясновидящий. Летает по центру, все ловит. Здесь Марик идет на Ксилмагу, здесь машинка стоит опасная, в общем, за кустами такая, она начинает шмалять просто огнем. Минус Марик. Вот он, бедняга, погорел. Даже автомат сгорел. Одинаковым цветом вместе с Мариком. Еще одну баншу Бьян сбивает. 64-52 по лимиту на 8. КСМ-ок в плюсе уже. Здесь два Марика стоят, здесь один рядом. Бьян видит с этого Марика. Оппонент не видит то, что Бьян видит. Надо двумя сейчас одного забрить просто. Хоть не совсем честно. В это время от Бьяна контррыв на банше идет. Да туреточку надо разбирать. Последнюю секунду туретка дает, потому что надо идеально было фокусить рабов. Но, тем не менее, посмотрите на лимиты, вы все поймете сейчас. Лимиты 72-47 в пользу Бьяна. Это очень похоже на то, что понадобится еще одно бо-3, чтобы выявить победителя данного турнира. У Бьяна мулы стоят, тут он ему уже пофиг направить мулы там. Жесткий тык. Здесь кан пошел, еще одна банша была, но эту баншу быстро достаточно... Элайф убивает, Стим почти готов, у Бьяна Стим кстати, чуть позже. Мула так и не направился, честно, добычу. Так, здесь вдвоем все-таки марики приняли этого одного бедолагу, наказали. Элай вперед выдвигается. Стим через 21 секунду. Здесь сколько? Здесь 50 еще секунд. Ну, 40 там с чем-то. Здесь три танка не может, в общем-то, Элайф никак Бьяна продавить. Здесь добывают три мула на второй. 2700 на 1300, более чем двукратное преимущество по инкаму, говорит о том, что недолго Элайву здесь осталось в этой игре трепыхаться. И еще это говорит о том, что Бьян молодец, и Бьян дарит нам больше Старкрафта. На диван залетало 5к, на койка место, не совсем диван, но уже, в принципе, я надпись сейчас эту удалю. Я думаю, чтобы она не мешала, как бы. И это будет правильно.
Так, маленькие два танка пытается лайфкод зайти, но куда он зайдет? Загружается и полетел в обход вот этого сенсор тауэра сейчас, смотрите. Отвлекая одновременно тремя маленькими, но прикольный дроп, да, тут лайф планирует, конечно, но 137-78, ребят, это забейте называется. Хотя сейчас щиты будут у лайва с другой стороны. 56-80 по боевому. Врыв на мейн идет. Бьян замечает этот врыв. Танки прилетают максимально быстро. Их три штуки. Мариков просто намного больше. Ребят, что лайф. Второй бу 3. Скажи мне свой лимит, я скажу, кто ты. Как-то так, как-то так. Ну что, ждут готовности от игроков, я тоже жду и будем врываться.
Так, ребят, сейчас. Да. Все, я здесь, ребята. Так, ребят, всем привет еще раз. Продолжаем мы смотреть Life and Cup. Какая-то пауза в связи с чем-то, я не знаю. Сейчас будет второй Бутри Бьяна против Элайва. Пока что Бьян взял одну Бутри 2-0, но в Венерах он проиграл Элайву. Поэтому нужно брать 2, чтобы выиграть. А у Лайва есть 2 шанса. То есть, если он следующий возьмет, то он выиграет. Так, что-то начинает лагать чатик. Так, там Блай уже начал бот 31 это играть. Во сколько КАС играет? 19:00 начинается эта группа. Какой матч первый, я не помню. Убийца будет Кас, Лизандра, Хеллрейзер, Джимми Микро. Сегодня вот такой, такая встреча. Кас, Лизандра, Хеллрейзер, Джимми Микро. Кас будет сразу 19 играть получается. Что-то чатик сломался, ребят, не знаю по какой причине.
А, не восстановился. Total Morg, спасибо, что смотришь. Второй бутри начинается, поехали. Сейчас я приду, водички хочется. Все, я здесь, ребят, погнали. Что-то падает, восстанавливается чат. Я на два барака рипера с мейна здесь. Кросс респы. Оппонента не нашел. Летит наверх. Ну, все, что хочет Бьян, так это найти. Все. Привет всем на Твиче, везде. Оп, Крендель успевает со своим рублем сегодня попасть в топ-5. А возможно, сегодня и не будет пятерых. Поэтому вчера не было, поэтому как-то так. Ну, трех риперов Бьян добавляет и в Мариков уже свич делает. И факта пошла. Минуснул рипера оппоненту, посмотрите, и тремя сейчас подлетает. Здесь ЦЦ-шка буквально вот на секунду раньше Бьян прилетел. И КСМ-ка успела сныкаться, смотрите, в планетарную крепость. Орбиталка пошла, ну уводил бы тогда ее, что она здесь стоит, не пойму. Вот ее наказали за то, что она выпрыгнула. Люд сюда поставил бы куда-нибудь, может риперы пролетели бы, не спалили бы, например. Ну что, пока Лайф боится, в общем-то вниз спускаться правильно делает. А вдруг у Бьяна больше риперов, не три. Пристройка завершена. Пользователь Ронни Кримсон активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Ронни Кримсон. Не понимаю, здесь часик работает. А не, вот и здесь починился вроде как.
готов. Пристройка завершена. Кто на новенького? Система. Так, что-то счетчик. И счетчики умерли все, вообще все умерло. В этот раз у Лайва все значит лучше, чем в предыдущем Бутри. Все строится сейчас вроде как. В общем-то, идет контроль сейчас, ребят. Уходят циклоны. Так, циклон с риперами уходит на ХГ. Два гелика с циклоном сзади были, ничего не получилось. Что-то минуснул. Здесь передроп Мариков со стороны Бьяна идет. И Бьяна опять уже больше намного, чем оппонента становится. Правда, у Лайва есть третий сэшка. У Бьяна. А, у Бьяна тоже есть. Он не перелетает просто пока. На 20 лимита Бьяна сейчас проседает. Передроп на мейн пошел. Тут по Марикам циклон, в общем-то, законтраливается, атакует. Медивак пытается уйти здесь, уйдет, судя по всему, Медивак. Здесь два рипера на вторую прилетели. КСМ и под ударом, опять же. Так, переключились на циклона. Циклон еле выжил, но выжил все-таки. Здесь опять дропчик на мейн залетает. Танк всего один, чё б на него не дропнуться на самого. Бьян за счет сплэша сейчас КСМ их еще забирает немало. Сбивается медивак. Короче, Бьян чудеса. Тут какие-то контроли опять демонстрируют. 58-39 фарабам. Что-то как Бьян в Венерах проиграл. Он Лайва вообще просто избивает сейчас в мясо. 61-41 фарабам, ребят. Это катастрофа. Абсолютно. Но еще тащить пока можно. Армори у Лайва готова, все, он 2-2 может раньше Бьяна заказать, но пока не заказывает. У Бьяна только третья перелетела сэшка, но он сразу начинает добываться. Здесь у нас, так, двойной дроп Бьяна, где-то он 5 КСМок потерял, а где, от чего, видимо, здесь и потерял. И сразу же дроп полетел в ответку, правда. Здесь циклончик все еще ездит. Одну КСМ-ку скончик забирает и уезжает сейчас. Два-два Лайв заказывает, в отличие от Бьяна. Бьян 2-2 не заказывает. Дропчик очередной это Лайва. 5 КСМ-ок, 6 уже. Он опять забирает. 9. 10-11. Ну хорошо, хорошо. Лайв еще здесь дропнулся. Марики со щитами уже. У Бьяна дропнуться не получается. По рабам уже близко, по боевому вообще почти одинаково. По грейдам у Лайва все значительно лучше. У него 2-2 делается, здесь не заказ 2-2. Правда, Бьян атаку на технику заказал. И у него второй армори, между прочим, вообще есть. Так, Ансен Татаревич. Нет, здесь моя хелпа тебе не нужна. Потому что никнейм я тебе придумывать не собираюсь. 2-2 заказано. Придумывай сам что-нибудь. Я вообще на эту тему никогда... никогда не запаривался ни про никнеймы, имеется в виду. Мантрелл, он хороший вариант предлагает. Забавный. По крайней мере. 4 мула у Элайва на третьей базе. Посмотрите, добыча ему 3к на 2500. У Бьяна-то где все эти мулы добывают? Сейчас 3к у Элайва становится. Ну, у кого мулы добывает, тот и божит. В общем-то, сейчас у Элайва 2-2 доделаются. Но у Бьяна больше лимита боевого на 20-ку все еще.
Элайву надо с 3-3 грейдами не втыкать ни в коем случае. Это шанс его на равных с Бьяном биться. Ну, пожалуйста, с грейдами-то, может, Элайва не затыкает, но затыкал в центре, отдал два танка и два медивака с полной маной практически сейчас. Это был гигантский косяк со стороны Элайва. Бьян вторую армори тоже применять начинает уже на мех и армор делает. Вторая атака пошла. Бьян с двух армори штампуется. Кстати, молодец, смотри-ка. Не растерялся. Ну, с трех баз, кстати, опасно. Ресурсов-то не так уж много. Так, если лайф сил ноги Бьяна выбивает. Хорошо, здесь один Марик был, иначе залп прошелся с трех танков. Вот по этой группе очень-очень дэмэджно. Это было бы больно. Надо четвертые базы занимать сейчас. Лава первая на технику атака. Бьяну надо 3-3 заказывать быстрее сейчас будет. 173-136, ну, Бьян за счет начального преимущества, у него сейчас на 30-ку боевого больше. Это и может зарешать. Если бы не отдался лайф здесь, у него не было бы меньше настолько лимита. Уже почти на 40, смотрите, 116-36, 116-80. Это очень жесткое, ребят, подставание. Бьян идет вперед, и лайф что, боится бой принять? Да, не принимает, пока дал танк подвести таким образом, что они газ выбивают просто. ДПшки достают, минеральную линию достают. Но это для Алаева катастрофа. Не, чтобы заранее добавить. Первое, что приходит в голову. Мне ничего не приходит в голову, поэтому и не придет. Какая мне разница, какой-то никнейм будет там. Придумает что-нибудь. Так, Бьян тут ловит Элайва на центре. Загулялся что-то Элайв. Вроде как по лимиту сейчас подмасился, но в итоге все равно умудряется слиться. Уходит без Тима. Что происходит вообще? Что у Элайва за контроль вообще мертвый такой? Турник. Нет, сейчас на турник не хожу, но буду начинать скоро. Ой, турник-то его. Эх, ты его постоянно. Так. У Бьяна, у Лайва вторая на технику атака доделается. У Бьяна 2-2 сейчас вообще будет на технику. Четвертую занимает планетарка, ставится. 2-2 это жестко, конечно. Здесь уже даже не только танков можно, каких-нибудь 100 батов там добавить. Одного Тора миксануть, и то он, ну, будет, с такими грейдами он будет живучий достаточно таки. Хотя против танков особо долго не поживешь массового количества. Ты против Марика в Тор не ахти, то есть он не нужен здесь. Ну вот масс танки, например, добавить такой... Сбиву в мех небольшой свич сделать, это уже да. Бьян на 3-3 доделывается, лайф третью атаку на технику запиливает. Бьян пока не запиливает. Ему, ну вот у него два армори, надо запиливать сейчас 3-3, ему просто на технику будет, и вообще все будет четко. Приходит Бьян прогонять Мишкалаева с ХГ здесь КСМки на 4-й минусуют ему. У Лайва боевого лимита меньше, больше на 15, из-за того, что рабочих меньше на 15 вот сейчас, зато. Так, здесь везде какие-то странные дропы от Бьян. На мэйне не может Лайв отбиться, нигде не может Лайв отбиться нормально. Вынужден возвращаться домой, но сейчас дроп этот вообще дэмэдж дикий нанесет Бьяна. Почему? Потому что топ-марики пришли, и они даже не могут убить это. Посмотрите, здесь 3-3 с медиваками, здесь нету, здесь тоже 3-3, правда, но без медиваков. Врыв этот был, ключи лайф натерпел везде. Только сейчас вот он еле-еле отбивается, контролит центр, при этом все смещает смычка вниз, дропает танки, кстати, грамотно, хорошие залпы пошли. Танки-марики падают, бьяновские, заходят, и лайф ниже. Принимает бой мариками неплохо. Надо танки ниже еще перевозить. Заходит сюда. Сейчас ЦЦ-шку будет четвертую шатать. Боевого-то больше у Элайва. Я вам об этом уже говорил. ЦЦ-шки 3 пробивает подряд Бьяну.
две макро ЦЦшки без... Ну, они не были планетарками, они за 400 были. Одну за 550 орбиталку. Точнее, орбиталками они не были. Так, а здесь чего? Так, залп пошел. Я на такую. Это лайф не просканил. Не прикрыл свои танки. Не виженным не дал, чтобы они сами себя прикрыли. И несмотря на то, что лайф вот так вот Биана проатаковал, у него лимита меньше и боевого сейчас меньше. Он пытается уйти, конечно, но далеко ли он уйдет, поможет ли ему это, вопрос еще. Так, здесь марики идут ЦЦ-шку очередную Биану минусовать. И лайф контролик сел на год. ЦЦ-шка сейчас будет уничтожена. Мула уничтожена. И ЦЦ-шка максимально быстро просто сгорает. КСМ куда-то идут, три штуки тоже будет минуснуто сейчас. 118-137, Бьяна на 20-ку боевого больше, у Бьяна третья, Бьяна третья, а нет, это у Элайва третья атака на технику, у Бьяна 2-2, блин, ну, три атаки на танки, это чуть ли не выгоднее, чем 2-2. Дэмэджа они больше на 5 наносят, и это главное самое. Фух, прощение по бородированным. Это очень жестко, как вы понимаете. Я на 60. Ну и 2 плюс армор. Так один грейд это 5 дэмэджа, армор это 2 дается. По единичке за грейд, вот в чем прикол. Три Биан на технику заказывает сейчас. 184-200. По боевому лимиту одинаково практически. Не практически, один, ну, 147-149. Там на такой стадии это вообще одинаково, можно сказать. Будет, а кто ошибется, тот, конечно, говорят, а и проиграет. Вот ошибочка от Биана. Минус медивак с мариками сейчас в пропасть улетел. У Элайва больше боевого, как вы видите, он танков масит очень много. Бьян выдвигается в центр. Бьян викингов добавил. Вот это из плюсов, конечно. На его стороне, которые имеют место быть. Элайв стимится и идет к Бьяну к четвертой базе. Принимает бой. Мариков сплитит. Сейчас танки забривает с одной стороны, с другой нападает Бьян. Элайв как-то кривовато мариками сейчас сплетанулся. Пытается танки законтролить, пытается уйти, но на викингах терпит. Хотя более-менее здесь разменялся, по лимиту-то осталось вровень практически. Так, ну у Бьяна 12 КСМ-ок, а где вот они здесь минуснулись 12 КСМ-ок. Сейчас танки 3-3 уже у Бьяна будут. Не, ну молодец, Бьян, две армали сделал и не растерялся, начал масгрейды делать. Ну а что, есть здание, если почему бы и не делать. Двигается в Силнаги Лайф, жесткий залп. У Мариком получает, здесь битва идет танки против танков. С тремя атаками против 2-2. ЦЦ-шку, которая перелететь куда-то хотела только что. Бьян минуснул Элайву. Конечно, марики на 3-3 быстро это делают. 108-121. Ситуация вообще тут по лимиту близка, но проседать уже начинает Элайв на 20 с лишним общий, на 10 боевой. По рабам на 13, между 27-40. Это плохо, конечно, по рабам. Здесь вообще ничего не... У Лайва вообще добычи сейчас нету практически. Ему надо бы базу занимать. Вот Баян занял тут базку одну. ЦЦ-щики летают куда-то, не понять куда. Тимпачится и Лайв заходит. Вот танк под Мариков. Минусует танк. Ну как он успел им носовать просто? Это жесть какая-то. Просто слил в мясо всех Мариков своих и Лайв. Они погибнут. ЦЦ-щика из-за этого спокойно сядет абсолютно. И здесь сидит тоже.
центре движуха идет, у вас симпатичество пытается спалить, 91-126. Ну только ошибка Бьяна на самом деле зарешает. Сейчас. Ну он ошибается, например, сейчас. Лайф идет вперед, отгоняет Бьяна, танки в мясо просто демажные. Добычи здесь как не было, так и нет. Почему-то понять не могу, почему. ССЧка вниз перелетела, у Бьяна две, и здесь, если это планетарки причем. То есть, не, ну тут тяжело уже выиграть будет. Лайф что-то навтыкал здесь и растерял свое превосходство, все. Бьян, скорее всего, сейчас выбит эту ССЧку, это орбиталка, потому что Лайф вообще ее никак не защищает. Приходит Бьян, последняя битва за последнюю базу у Лайва. Бьян заходит, разваливает, марики падают, все танки на 3-3 грейда, здесь марики тоже. 67-152, общий счет, год 3-3-0 в пользу Бьяна, 1-0 во втором бо 3 он повел. И сейчас побеждает, то все. Ну, Лайва явно минус мораль сейчас будет. Так, ребят, вторая игра. Что за тупые вопросы? Бьян или Мару? Где ты Мару-то вообще видишь? Нету Мару, все. Мару вылетел от всех турниров. А Бьян еще не только онлайн тащит, а еще и на GSL будет в пятницу играть. Очевидно, что Бьян. Вот. Ну, Мару не значит, что слабее его играет тоже при этом все. Ну, как бы тут много моментов таких. Вот СОС собрался, СОС тащит GSL. А Мару где? Нигде. Не увидим мы его ни на Близконе, нигде.
Садится факта, два гелика заказано. Бьяна. Есть рипер, на бараке пошла лава под старпорт. ЦЦ-шечка готова, здесь уже тоже готова, даже чуть-чуть раньше. Ну, чем-то похоже, билды Бьяна сверхагрессию какую-то не играют раннюю здесь. Ну, тут как вот так вот он играет, как вы видите сейчас. Так, лайф летит реперочком на разведку. Здесь у нас делается инвиз банше. И банша сейчас будет вылетать. Что это происходит? Рипер что-то завтыкал. Здесь в стенку упирался головой. В итоге все-таки запрыгнул на хайграунд. Так, ну Баншой Бьян залетает, пытается поразваливать. Сканов пока, кстати, не наблюдается здесь больше у оппонента Бьяна, у Лайва. Здесь какой-то стрёмный врыв со стороны Бьяна. Вместо того, чтобы пробух минусовать, Баншой помогал наземным юнитам, и Лайв по итогу отбился. Сцечку третью надо достроить. Инженерка есть, почему? Видел же Баншу с инвизом, почему не ставится тут? А, вот здесь есть туретка, на мэй не просто не ставится. На всякий случай, что надо ставить, ведь Рейвен с Викингом все не прикроют. И даже один мэн тяжело прикрыть, потому что здесь, вот они здесь будут висеть, а банша через третью отсюда ворвется сейчас. И все. Так, Лайф играет в мех сейчас, две армали для грейдов добавляются. Это уже очень интересно, я вам скажу. У Бьяна бил, потому что... Бьян сейчас палит, что мех, причем очень рано. Кончик минус. Где? Вот где викинг? Где? Вот она. Смотрите, 6 КСМ на ровном месте. Да это не конец, это 7 КСМ. Катастроф просто. 7 КСМ убит. 39-48. Так бы было бы 46-48. Бьян уж третья перелетела. Ну, Лайва тоже третья есть. Надо лететь вниз, как бы не катастрофу еще пока. В принципе, жить можно. Лаба вторая на факте ставится. Реактор, две лабы на факторях. Реактор на старпорте. Викинги из старпорта. По два танка, по два гелика из факторей. Все. Армори сейчас две будут доделаны. И можно грейды заказать. 1-1 газ есть. Турельки пока пошли. КСМ-ки что-то стоят. КСМ-ки стоят, пока не понимаю я. Ну, Лайф не доконтроливает просто немножечко здесь. 1-1 заказывает, молодец. Третья перелетает. Ну, посмотрим, насколько мех удачный будет. Я не знаю, такое ощущение, что уже из безысходности какой-то Лайф мех играет. Ведь Бьян 3-0, напомню, ведет по общей сумме встреч вообще в двух финалах, бо 3 в двух. Так, если Лайв геликом уходит, танк приезжает, отгоняет. МА-98, спасибо, что смотрел. Кстати, выложил я ГСЛовскую запись.
готово. Так, а почему я запись ГСЛ-овскую не выложил? Разработка завершена. Сейчас рванет! Разработка завершена. Ладно, чуть позже вылезу, а тут здесь что-то экшен какой-то очень жесткий уже идет. Гелик туда-сюда едет, я подумал, что выложил, а она не выложена что-то. Потому что я думаю, вы быстро бы ее заплюсовали. Я очень не помню. По-моему, да, я резко сюда с лайфенг ушел, и никто ГСЛ не выложил. Так, танки, гелики, викинги здесь у Лайва. Так, Диан подходит. Ну вот что он делает? Просто я когда такое смотрю, меня поражает. Вот он здесь стоял и увел танки как специально сюда. Ну ты тупой, что ли? Его? Конечно, прилетит тиран, он просто разложит чуть подальше и выбьет тебе все. Почему здесь-то не засесть здесь сразу было? Ну, возможно, Лайв подумал, что пробьют ему танки все эти. Но там мозгелики были, и викинги были с Рейвеном. Как он бы пробил? Ну, никак не пробил бы. Ну, потеря не критична, все в порядке. Зря я пригораю и пыхчу. 2-2 у Бьяна, 2-2 Лайв заказывает сейчас тоже. Газодобычу установил Alive. Надо в центр на четвертую выходить, видимо. Туреток желательно поплотнее бы ставить. Здесь туреток вообще не, смотрите. Как поплотнее? Ну, здесь, ладно, вот здесь туречку еще. Между этими. Вот здесь туретку, здесь и здесь. Короче, еще штучек 5 вот по этим направлению добавить, и более-менее да, защищено здесь все будет. Но все равно рассчитывать на то, что они все отобьют сами собой, тоже не приходится. Так, заходит Биан, Лайв сиджется. Но опять же, поздновато, не прикрыто. Это сразу направление, газ потерял. Все зеленые штуки из газа вылетают. Так, везде пытается Бьян отвлечь. 165 на 195 сейчас ситуация по лимиту. Бьян тут что-то неплохо, смотрю, на третьей базе Лайва напригревал. Викинги сели, викинги справятся вообще с этим био. Ну, 1-1 викинги с 2-2 био еле-еле справляются. Танки тоже выбивают Лайв. Ну, новая партия Марика Мародеров спешит на помощь, спешит вниз. На помощь выходу своему. Так, Лайв как будто какой-то выход собрался делать. 119 на 129 по лимиту. Ну да, вполне возможно, что выход сейчас пойдет. Лбаты на мэне выбивают здесь врывы, залеты, вот эти дропчики. Одновременно Бьян дропается на третью. Выход идет при этом всем. Здесь дропчик на мэн, здесь лбата вполне достаточно, чтобы отбить всю в легкую. 2-2 грейды готовы. То есть мех на 2-2 грейдах замечательно. Почему Лайву не оставить по одному, по паре, ладно, не по одному, два танка остались, плюс два хилбата. ЦЦ-шка потеряна на земле, ну не поднял против мародеров. Забегание на третью идет, но это ГГ называется, писать можно, развели. Либо последний выход вообще, их путь. ЦЦ-шка падает на третьей базе, короче, с одной ЦЦ-шкой вообще остается Лайв. Чё бы я не зафокусил-то её, это ошибка. Выход идет, конечно, жесткий. Тут, кстати, одно био, чем танки убивать собирается Лайв, не понимаю. Викингов пока недостаточно, чтобы убить все. Так, танки сиджатся будут вообще? Танки сиджатся, пока сиджил из колбатов, потерял всех практически. Ну что ж ты будешь делать, да?
Танки опять сидятся. Кругать хоть там полетели. Опять рухнутся, опять криво. 142-193, да заказ просто гигантский. Танки надо вперед вести, просто так вперед не завести. Группа Билл сзади заходит, пытает так. Не девать, туда заводится. То есть с двух сторон сейчас будет Бьян выбивать Элайва, судя по всему. Ну и все, ему нет куда отсюда уйти. Здесь еще группа не слабая выходит. Прям подбил. Танки завез. Ну это фейл, короче. Бьян разложил здесь. Бьян раскладывает. Пытается напасть здесь. Здесь на муве катит. Два направления пытается контролить. Ну здесь просто застимился, отошел. Здесь откатил всех хелбатов. Убивает танки. Пишем ГГ выходим. 2-0 Бьян. 4-0 Венерах. Точнее, из лузеров выйдя. Бьян выиграл 2 або 3 по 4-0. Проиграв при этом Венерах. 1-2, по-моему, он проиграл. Называется «Собрался Бьян». Ну, получает 1400 баксов или сколько там за Life NK плей-офф. Я не буду врать вам. Как-то так. Завтра подобный турнир будет из ГЛ, кстати говоря. Там тоже, кстати, Бьян есть. Да, 1400 долларов, второе место 400. На SGL 400 по 50. Там завтра будет биться Бьян против Вайл, это Полк против Марин Лорда, Тру против Ниба, Мейджа против Харстома. Но это 14, это 8, этот, 16.00 завтра будет проходить. Я же делаю стоп-старт и врываюсь без задержки в ближайшее время.